работать. Но он, в смысле, просто ротацию ДПС жмет в хиле, и спамит Ягу и Crusader Strike по КД. Ну, это я знаю. Ну, там еще лужу можно нажимать. Ну, это такое. Тяжелая игра. Просто проклял мили на этот АОЕ клив. И полипал высоко. Прокнули парни из этот в мили хуйне. Взяли и отрючили этого мили хуйне. Пал нажимает мили хуйне, его отрючит мили хуйне. Найс. О, любимый БГ. Четко. Я пошел на мид, мне надо, чтобы какой-то это... Савух возьми, кстати, Масаута. А Савух-то тут вообще? Ни хера там не хилов. Не знаю, да, написал тут. Я тут. Два Савух. Друда. Савух. Да. Ну вот, друида выбивает, и все. Что у нас красава говорит, гоу друида выебим. Это самое правильное. Может, на лока лучше заедем на дестрика? Или на друида все-таки? Друидов ебите? Иванесец. Ну, вы типа, блядь, друид нажмется, а свечники на лока, не знаю. Мы должны играть через друидов, чтобы они сидели медведи. Все ну, медведи, да. Они не хилят. Изи, бля, изи. Там Рога, кстати, тринкет нажал, лоу. Да, похуй. Хорошо, блядь. Пока не началось уже тринкет тебе, блядь. Так это ж нормальная тема. Он тебя испугался. Да не, он увидел, что у нас. Варлок не русский, все. Да, варлок, там бэр, походу, опять. Узбек наш, варлок. Световая, блин. Так, а чё? Чё? А чё у нас и Мимер упал? Вчера же побольше даже было. Ну, потому что у нас господин на монахе теперь играет на тросте. Угу. Поэтому у нас, естественно, ММР значительно упал. Эль жеребец? Лё. Так, ну короче, давайте. Они ко мне поехали, воу. Что за тактика такая? Они переп... Го в воду разъебем нахуй. В воду идите, я тут один. Кикнул лока, там без гитов эти долойбы. Заезжайте в круг. Вот, друида сразу, играйте. Ой, блядь, блядь. Диспел, дай. Вот, на Иванесса давай. Вот, соляра, заебись, блядь. Блядь, стан. Сразу, там, сразу, я сейчас закину тоже там стан, блядь. Сава дал? Заезжаем, блядь, и пиздите сразу инстантом этого ебланого друида, нахуй. Я мог каких, но... Блядь, вот эта клетка, по-моему, вершина. Наш купол. Стану. Они перевели. Все в круг зайдите, потому что... Блядь, просто... Друида. Кикнул монка, друида убить. Вот стоит без формы вот этот Evanescence, блядь. Еще и с солисткой пиздой, тупой. Блядь, да кто меня там фиряет уже 15 раз? Блядь, а дальше? Плохи, значит, чё. Next. И у них как бы две телеги еще. А как мы отдали, в смысле? Мы же за Орду играем. А, в натуре. Ну, мы завели. Ну, поехали, там сейчас... выходим с комбата. Все, выходим с комбата. Выходить, я просто всех, блядь, тут доты, нахуй, как даунов. По дороге можете посвящить друида, просто можно сейчас просто даже выебать. Вот друида. Надо наверх. Грейвана, блядь, просто его выебать, нахуй. Он стоит ты, в этот, блядь. Я очень далеко упрыгал, но мы же доты. Ты же видишь, мы идем, мы не можем, блядь, прыгнуть. Вот, там два друида-медведи, блядь, они не хилят, пиздец. Бля, сейчас все телеги отдадим. На Evanescence вот можно поиграть. Кикнул одного друида, блядь, выебить второго. Ко мне один дамагер наверх. Он без маны, он с обычным билдом, монка можно вообще даже, блядь, забить хуй. Я не успею, ты чё? И фэк, никто не успеет. Просто надо перевести эту хуй. Я бы доехал, вот.
Вот фулхош по друиду, блять, убить нахуй друида, там, блять, долбоебы не диспелят. Я даже не знаю, что у них есть диспел, блять. Как перевести контроля? Что перевести? Как? Уйти вниз и перевести. Ну, я в сапе стою. Не могу. 10 сапов теперь будет. Потом еще рестарт. У вас нормально там на воде, нет? Ну так. Ну да, мы их вроде бы... Да убить тут нахуй всех, блядь. Вот чё это, друиды стоят, блядь, где медведи, и они живут, блядь. Вот эти все, блядь, вроде нормально или вроде ненормально, блядь, прикинь, нет. Не понятно, Монка. Ну, мы перевели у нас заканчивается мана у двух хилов. Мы пока... Ой, мы тут убили всех, блядь. Блядь, ты просто более развернутая. Все, я заходим. У них Хога наверху, если что. Я поставлю гиты сейчас. Наверх, поехали, давайте. Поставлю гиты. Пару ДД, видите? Не убивайте друида, у него маны нет. Да, да, согласен. Гиты не ставятся, найс. Видите там пару... Ко мне нужен кто-то, блять. Он стрелку, сука, речекает, блять. Уже можно убить друида, там... Блядь, ДХ сверху. Блядь, КП некому. Я не могу Рогу выбить, как бы. Он ресапает, я хуй знает, где он стоит. Все, поехали на него. Вот стопай друида, блядь. Вот этот заезжай монах. Сильно. Там он монах еще бежит по миду сзади. Просто ой, взять и выебать этого друида. Сверху это много очень. Сверху выбей много друида. Очень народа. Я вот хожу. Ну че, никто не придет, да, Рогу убить? Окей. Я пришел в Spectral Sight, но его там не было. Он стоит, Серега, наверху на... А, уже они, на подъезде. Они на воду запрыгнули, блядь. Я... Если мы вдвоем будем убивать одного Рогу, блядь, мы проебем все остальное. Давайте какой-нибудь, либо другой дамагер выйдет, блядь, либо никто не будет выходить. Забираем воду. Друиды живые, блядь. Пускай вон совух выйдет. Вот этот, Грейвен, Грейвен. Грейвена, Грейвена, какого ты ка, блядь? Да мы стоит... тут сверху месимся. Стоит этот, блядь, Грейвен. Зайди в круг, зайдите все в круг. Монка ага. Кикнул, блядь. Друиды кикнул. Че, сейчас речекнем. Да, да, должны, если никто не подойдет. А вот тут еще холик. Ой, ретрик, блядь. Все, прикольно. Кикнул друида. На ДК давай. Давай. Два друида живы, блядь, всё, такие не выходят. Не встанет. Да мы сверху тут играем. О. Завели сверху. Давай, давай, прими его. Отлично. Боже. Кого? Какой красы сзади нету? Там книфека трахали. Я говорил. Маска, о, вот, Ален захватывает. Окей. Друиды. Давай все точки тут на центре берем. Кикнул одного, блядь, друида убить, второго просто так, инстантом. Я тогда поведу. Найс. Второго убить просто инстантом, блядь. Тут ДК Монка... уже ко мне идет. Не выходит, не выходит. Монка ноль маны. А ко мне один сможет кто-нибудь? Давай, я с тобой. Давай. На ДК играем. Заезжай сильно в него. Монка нет маны. Надо лаву покрутить, надо стопить. Лаву покрутить. Стой в куполе. Блядь, где купол? Да, мы вверх сейчас отдадим. Монка не трогайте, забить еще. Может, подойдет все-таки вверх? Я если успею, то я подойду. Идем. Тут гейты наши, блядь, стоят. Давай, навара. Назад стоят. Я пока просто танчу, я сейчас не дамагер совсем. Все, нормально разобрали. Все, блядь, разобрали. Лаву. Да. Лаву заберем? Надо попробовать. Не заберем, тут ретрик и рога. Я уже... на подходе. Там хило вообще нет. Друид. Ну, сверху на друид. Ретрика, инстантом, блядь. Надо зайти туда, имели. Мне хочешь, блядь, я зайду. Два друида сверху. Еще один друид. Сверху будут проблемы. Тут да, еще монах пришел. Здесь три хила сверху. Хиллер, танк ушел. Мы забрали лаву, блядь. Ну, да. На воду, хелп. Все, уезжайте отсюда, уезжайте. Бегу на воду. На воду, блядь. На руду это много пришло. Они уходят? Да. Да, они... Там на воде сколько? Они на воду побежали все. Давай Монка примем. Давай. Трое на воде. Вот лок на воде, без хила, он дырявый. Лок мягкий. Все, бегите, я допровожу ее. Ага, давай. Я к вам тоже поеду. Да
друиды пришли. Ну да, тут на воду очень много хуйни. Я бегу. Я уже закинул, тут. Закинул им стан. Друида инстантом надо выебать. Вот это Evanescence, блять. Он без формы дрочит, блять. Он просто дрочит. Сейчас будет стан. Смотри, смотри, инстантом друида вот сейчас убить просто сразу. У меня рога. Подойдет кто? Наверх. Бля, один. Сидо. Вот этого Evanescence, блять, просто дрейн его. Книжка может подойти. Да, книжка. Мы его убили, второго друида и мы выиграли. Зайдите внутрь. Я тут потанчу сколько смогу. Второго друида. Там у них это, блядь, лава без дефа, блядь, вообще. Забей на воду. Беги на лаву. Ну, вода наша, отлично. Они ту точку тоже отдали. На этот. Ну, я умер, короче, тут. Блин, да, нормально. Блядь, ничего сделать с этим рогом ебучим. Наша, не наша, блядь, все чекнул. Сука. Да, думал, если ко мне кто-то понятно. Быстро приедет, я... то мы захватим лаву. Тут гейты стоят я наши, гейты наши, вот это, на воде. Реально думал, что книг, короче, наверх поехал. Я не знаю, да. я в комбате, я, наверное, не успею на лаву. Может, успею. Сколько там на лаве? А уже ты все, забей, пьешь, там уже 5 человек. Да. Мы их изи выебем, нахуй. Кого ты выебешь, там уже телега. О, заебешь. Друид бежит на лаву, можно его принять по дороге, блядь. Стан. Бля. Эй, похуй. Хуй с ним. Давай. Да гоу эти там двои. Дабл бар, гоу. Уйдем отсюда. Вон второго можно. Гоу довезем эти точки. Если мы сейчас точкой проебем, то... На воду. Угу. На воде-то хуя. Ага. Стоп эти друиды, блядь. Там друиды можно по дороге подыгрывать, они хуёвые. Ой, там лок херяется с какого-то ренжа невибического. Так, лок минус. Не хочешь, серьезно, блядь. Фуривар, блядь, по мне пылится, лобует. Друида играю. Давай. Я вот этого, Evanescence, блядь, он самый последний, он самый такой. Да, давай. Я на нем. Давай, я кикну монка. Блокет. Давай, кикну монка. Я на лаву пойду. Все, мы должны убить еще одного друида и все. На лаве рога, если что. Я этих рогов. Трой друид умер. Разломаем, блядь. Все, они проиграли тут. Да, все. Можно по ходу уходить уже отсюда, нахуй. Давайте перейдем, да. Нам же это последнее нужно. На лаву можно поехать. Ну, или наверх. По-моему, это должно хватить. А лава, наверное, хотя хз. Вам варлок едет. Все, можно уебывать отсюда, нахуй. И ты наш тут стоит на воде. И что? Ко мне друид едет, по-моему. Да все, я же говорил, одной точке. Ой, магнитки ходят. Что, будем мутить эту хрень? Да, конечно, наверное, сейчас что там. Какую хрень мутить? Ой, ебать, там здесь. Ну, можно попробовать, я хз, что там у них. В два танка? Ну да. Ну, а если у них один ДХ, то это как бы, ну, более простой способ. Тогда, может, должен на миде что-то нормальное делать. Хотя максимальное время не стопит. Так, что там у них по хилам, блядь? Друидов нету. Паладин, значит, должен быть.
Ну вот, паладин холи, бля. Нахрене там вообще, все кастеры чисто. Ну вот, мили крылья, блядь, этот. И хуячит на меду. Какие-то рандомы вообще ебаные. А кто такие? Вы кто такие? Да, я вас не звал. Сейчас буду звать. Дестра Кинг, блядь. Ну, это этот хуесос с Айденом. Чё, спихаться, нет? Ну, наверное, Серега. Я знаю только одного, Найтварда, который этот, обучение покупал, блядь, сезонов 10, нахуй, подряд. И всё. Погнали. Я в танк. Я не знаю, если холипал... Серега, ты на мид? Да. Если сука, холипал за 10 секунд не мрёт, всех выебут. Начнём с совы, конечно, но это такое. Берсу возьмите. Это... Лёха Хант... Не знаю. Возможно, Никон и наверх поехали на Пандарену. Может, какой-то ДК возьмите? Поехали, Берсу возьмите. ДК, Берсу возьмете? Я пойду... Да. Окей, бери, я пойду гиты ставить. Сейчас бы еще знать, это где она, правда? Там вверху, на скале. Она вон на скале, видишь, слева? Видишь. Там же вроде где у нас, да? У них хуйня, что-то на мид идет. А, они что-то с Берсой... Они наверх, наверное. Да, вот эту хуйню ёлкина, блядь, выебать просто инстантом. Паладина выебать, блядь. Кикнул сразу инстантом, блядь. Давай на этого дальше. Я ферну пристав. Блядь, этот ёбаный приз просто спамит своей хуйней. Там ручку надо снять. Сейчас за контролем. На купол поставлю. Там Рога бежит, блядь, такой непалёный, без инвиза, долбоёб. Пала, сразу инстанта, после бабла. Ну да, я же говорю. Сайленс, да? Я уехал. Палауку давай. Ну да. У нас Рога пришёл. Кикнул и фернул приста. Я выгребу из зоны его. Найс кик. Ещё фернул приста. Боб. Снял боб. Там зубы. Скоро трап на монг. Угу. Сейчас он выйдет из кучи. Трапа. Просто разъебать нахуй на центре всех этих долбоёбов, блядь. Там Локс семечки нахуй кастует, блядь. За это не знаю, его надо изнасиловать просто. Чё, мне идти за телегой или нет? А уже иди, наверное. Чё, я следующий кик на Палу. Достанил всех тут. Окей. Пала убить инстантом, блядь. Бля, давай на Монку, бля, поиграем. Били балу соплями. Приста кикнул. Все, я пошел за телегой. Давай, манка. Ёлкина, блядь. Вот этот приз, блядь, ДЦ. ДЦ приз. Работаем. Че такой живучий-то? У нас наверху выебали. Чекай. Там, друг. Смотри, чекает, я фире. Ага. Вот этого приста, блядь. Там Лок семечки кастует, блядь. Да, Лока кикнул. Пал, блядь, сразу под ручкой бежит, нахуй. Там Лок был, блядь. Кикнул пала. Я с вами сейчас по бресту. Давай, я ферну пала. Играй. Играй по Роге. Можно просто? Да мне бы сейчас это, блин, листочек бы взять. Тут хилы собрались, блин. Уже на миду все. Я наверх слили. Да пофиг наверх, главное мид не отдайте, мы перетаскаем их. Ну гоу, пала. Я кикну, мой кик, палу. Ой, блять, бред, ебаный, как вы сдохли, блять? Ну хила нету, если нас тут. В смысле, жеребец же должен был. Где он, блять, был? Чего? Меня убили, ты не заметил? Не проебите мид. Че, кого на миду? Пал стоит при касте. Пала нормально. Давай, погнали. Через секунду будет. Через секунду будет кик палу, блядь. Одна на секунда и кик палу. Кик палу. И сейчас будет фулфир прист. Фулфир прист. Убить пала нахуй. Так, мне кажется, надо просто таскать. Пала убили на центре, блядь, всех ДД вот этих, блядь. Прист там дрочит. Лока убили. Забей, уходите нахуй с голд майна, с этого, с майна, блядь. Не, да. Подожди, сейчас. Да, нормально. Не, если могут, то пускай попробуют, чё.
Ну вот, на Монка поиграй сейчас, блин, и все. Да давай, я уже ливнул с вами. Да ёб твою мать, ну чё. Вот метод заберу сейчас. Там... Я снял рефлект, я снял рефлект, я снял. Работаю. Давай. Как обычно, кто-то сбивает. Там же Рога бежит, блядь, в инвизе. Приста, давай, приста, сейчас убьём. Давай, ломаем. Рога пришёл на центр. Всех ломаем. Я Рога ферну, Рогу ферну, Рогу ферну. Дрянь, приста. Бей ему АМС. Он здесь, Рога. Крист уходит, можно не добить эти 10% хп. Монк бежит, Монка на сент. Сейчас улы будут. Сейчас заберу это, чтоб этот. Кикнул Паула, Паул долбоёб конченый. Убиваем, инстанта Паула. Бля. Танк под флагом с вагонетом. Мусорщик. Танка можно, вот с вагоном стоит, блядь, дрочит, блядь, тоже как ДК без них. Заезжай, Улока, сильно. Паула я кикну, Паула я кикну. Убейте танка. Давай, работаем. Там сакра. Фирнул приста. Найс вортекс. Китл пала, можно инстантом. ДК подпомирает. 3-4-5 анстебла, блядь. Просто дрэнью, как суку последнюю. Дрэнью его. Бля, блайн там нет. Можно воровку тут добить. Я отзываю. Погнали. Контроль, ты полсекунды. Кидни еще. Блядь. Паладин, я стан дам ему. Блядь. А он далеко. Здесь пришел. Наверх вот одного дамагера и все, ты извини. Я подойду, остальные стойтесь. Я пока не стал, да. Смысла нет. Там еще наверх идут, там еще. Слева шел один ДД. Забрали бы тут все. Там Монк еще поднимается наверх. Не саб. Да, монах еще идет. Два хила сверху у них. Они не пойдут на точки. Они так и будут две эти держать, блядь. Эффект. Да, если это будет держать, можно танка пойти отхуячить, блядь. Он сейчас будет таскать. Можно снять каких-то двух ДД и выбить. Может ставить, не? Да там ладно, пока я. Точка не чекнулась. Там пару секунд осталось, наверное, до чека точки. Бля, ну тут уже все сверху. Так вот там танк у них несет флаг, можно выебать этого танка. Просто инстантом. Эти не шот, я умер. Бля, там нашему танку нужен лекарь. На центр. А кто у них нижнюю точку дефает? Я умер. Кинфэк, бери этого, там братна сейчас убьют, кинфэк. Алло. Мог подобрать. Нужен хитляк, а чё, почему вы сетл ушли? Там на центре много долбоебов. Они тут ШП перешел на центр. Не подойду сейчас. Я тоже отхожу. Пиздец, у вас ума, блядь, как у котенка. Все три хила просто наверху, блядь. Вы, ну типа, смотрите вообще кто где? Ну да. Или... Один хил на миде. Но он только что приехал, потому что, не? И чё? И то, что почему у вас ФК умирает? Мы Холипала убили, блядь, просто сука. Как, не знаю, как какого-то долбоёба. Мы проебали уже или что? Да. Ну то руку высасываем. Ну ливаем тогда чё? Ужас. Это просто надо, блядь, их убивать по КД, блядь, фармить, как, не знаю, как дурачка и проиграет. Так жестко. Я хрен знает, не факт. Тебе же этот братан сказал то, что его сейчас выебут, ты был рядом с ним и мог подобрать. Не, на центр только бежал. Не, он далеко. Не, ну, далеко был. Да не в этом дело. Там началось с того, что жеребца выебали вначале. И точку отдали. Можно было одну точку взять, да, за вторую. Братан, можно с одной точкой выиграть, просто таскать телеги по очереди. Да, если хилят танков. Кроме тебе. Два-три хила постоянно было на центре, я хуй знаю. И мы их по КД просто драли, блядь. Ясная хуйня.
Что-то я думал просто, чтобы не факт был рядом с собой, на это, наверное, их вагон. Нет, ты, когда я на нем рогов скрылся, я только с базы шел, когда... Я, наверное, перепутал с этим, с их танком. Да, да. Я видел, один танк ползет, этот, с вагоном, и ты там пробегал. Ладно. Ну, странно просто, как вот наверху, ну, Мустанг отдался. Мы на их Монг отыграли втроем. Я, Хантер и Книф. Этот... Да он вообще, видит. Он причем у них Хью, блядь, вообще не мог ничего скастить. Там, не знаю. Да ладно, вам уже проиграли, чё. Ну как просто сдох, непонятно. Уже не важно. Закикать, потому что надо шипы с Афликом, а не Монгой. Блять. Сейчас бы кипеть шипы и Африка. Емеля, можете вопрос, как к эксперту? Ну, не по Варлоку. Емеля, ты тут? Нет. Ладно. Тогда мы не узнаем. Ничего мы не узнаем. Капут. Капут, капут, капут. Фух. Вот, вот тут есть рестардуид. Вот рестардуид. Полипал, бля. Братан, возьмешь бирсу? Да. Давай. Ну-ка, пойти попробовать постопать их ФК. Имеет смысл. Если да мы нет. Все варьемся на их дек... на этого ДХ, да. Конечно. Мы можем просто бежать в стороне, где он будет пытаться перебежать. Шток вот с этой, с левой стороны. Ну да, я пойду на левую сторону, просто подержу его там, корни, циклон и прочее дерьмо. У нас палс ФК идет. Да. Я, конечно, не смогу застопать, как Роган. Ну, пытаюсь. Вот, у них там халипал с этим, с ДХ пытается будет бежать. Я поставлю даже с этой стороны гиты. Вот туда, вот так, отсюда. Там уже
они, короче, не пускают. Вот, гоу, кстати, с этой стороны будем пытаться. Он прям по миду побежал, лол. Напало можно. Там холипало. Холипало делился, да. Ебать, да как такое чудовище догнать-то можно? Дай фридом. Ну ладно, хуй с ним. Гоу рестер друида, рестер друида, рестер друида, рестер друида. О, поводи на МКшек. Кикнул друида, кикнул монка. Блядь, чья кикнул монка? Кикнул монка, кикнул монка, кикнул монка. Он должен просто инстантом умереть, блядь. Сейчас стат будет. Окей. Я его держу тут. Они стакаются, блядь, все. Там, давай, короче, еще я на друиде сижу просто на стоп. Давай, давай, сиди, сиди, попал, вернулся. Я попала кикну, я попала кикну следующий. И разряжаю попалу, разряжаю попалу. Я еду к ним. Я 100% кикну попала, 100%. Блять, эти ДК, блять, выебать нахуй. Друид. Ты сверху выходишь? Да. Я же сказал, я поеду к Нивке. Там сзади бежит в камеру. Мне грипнуть его надо. Да. Кикнул Монка. Пожалуйста, да проебали. Монка, хуёнка, блядь. Всё как обычно. А, блядь, тут прист. Да, скорее всего, схватить. Нам бежит фирять. Кашет, сап. Не, не, я не схвачу. Ладно, и все еще потеряно. Если так хилить будут, то все потеряно, блядь. Мустангу надо просто на нормального хила зайти, а не играть там с ним подряд. Палпу сокрой. Короче говоря, мне нужны, блядь, ебаные хилы и кто-то наносить им щас. Мы 100% можем сейчас быстрее их поставить, блядь, потому что у них вообще все почти трупы и без маны. Все без маны, просто все хилы. Они все хилы сухие. Просто бери флаг, и мы изи, блядь, выбьем их ПК. Бери флаг. Сейчас... Ты понимаешь, блядь, что меня встречают дамагеры? Или ты не видишь этого? Ну, принимаем, блядь, и мы хилы, и все, там полипал, блядь, сейчас сдохнет нахуй. Ладно, рога, ШП, ЛМ. Ты уже бежишь спокойненько. Я продолжу попал. Давай, 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 ну, играй, играй. Там это друид, блядь. У нас заменил. Сакра ушла. Они все хуёвые, да. А, я просто отдал. Мой вот блокер. Вот друида можно выебать этого. Да пора уже, да. Я вот дрянет там, блядь. Он должен сдохнуть. Должен, блядь, нет. Пошли с это. Я ставлю. Да мы умерли здесь. Просто мы в итоге все хилим одного книжку, блядь, втроём. Да, и нихуя не можете отхилить. Ну, втроём. Вот он жив. Угу. Конечно, не можем отхилить. Не знаю, почему друид не умирает, блядь, но это, конечно, заебись. А мы дохнем как крысы, на. Ебаные крысы. Сейчас Емеля вас по хилу там догонит. Я сейчас всех догоню, нахуй его в жопу выебу, где? О, а сейчас еще бесу возьму. Я перепрыгиваю через рек. Аккуратно.
спишь, блядь? Не знаю, нет, наверное. Нет. У меня тут и фридом, и вся херня. Блядь. Заходи, мустанг, это нормальная хила. А при чем здесь я не пойму. Да нет, этот... ХЗ. Давайте с танком всегда будет ходить. Ну, либо танк, либо я. А, давай, наверное, когда вообще нахуй, я с ним буду ходить. Когда нахуй я нужен паладин? Хилы пусть останутся. Ну, я не знаю, у нас что-то паладин типа, умирает один постоянно и молчит, и что-то и помощи не просит. Я так понимаю, там основная проблема в роге, да? То, что он не дает дойти, правильно, к ним? Не только. А кто еще? Там еще помимо роги ШП и Лем были. Ну, вообще, я имею в виду в общей картине. Вот ну конечно, вот это... рога, блядь, тебе сапает, потом ну, ресапает, потом еще раз окей, ресапает, тогда, потом идет станы. Реально заебали уже как говно играть, блядь. Три катки. Еще один лос, я пойду арену играть. Потому что это, сука, какое-то дешевое нахуй порно, блять. Такое, блять, где смотрят, сука, в камеру и такие, блять, а мне еще выебут, блять. Такие, блять, не, ну похуй, мне еще выебут, блять. Просто, сука, какое-то, блять, любительское нахуй порно. Все, блять. Савух Ханс и жеребец идите на майн, остальные на мид идите, на лес не надо идти. Один рога идет
на ГМ. Блин, бафните кто-нибудь, спасибо. Что-то, мне кажется, я там не нужен. Там один рога на ГМ пошел всего лишь. Может, чекните и уйдешь. Такое. На лес не идем, что ли? Добрый вечер. Вы на БС идете? На лес что отдаем так? Да. Прикольно. Вот Пал стоит на центре, блядь. Бабл. Блядь, там приз меня, сука, и бланки ты стан отдал соло. Бля, ну только я не останусь, дев себе без пэта. Возьмите кого-нибудь другого, я не знаю. Напало, гол дальше. Ну что делать, не уходи? Ну не уходи, бля, я не отдефаю. Я без пэта. Поменяйте мне дамагер какой-нибудь тогда. Да, пусть соло ходит. Добить другие, да. Блин, добить, это последний лекарь. Все нормально. Секунду, я приду. Всех хочешь нормально. Инстант, блять, выебать всех нахуй. У меня рога. Охотник, выдвигайся. Да, я выдвигаюсь. Я быстрее буду. Бля, ну давай, да, вставай, ставься. Я все равно хейтить. Я к Нифону помогу, и потом... Я хил, если что. Так, к слову. Быстрее буду. А лес можешь заехать? Я останусь на самом деле. Ну, я на самом деле тоже такой себе дефер. Давай, ладно, похер. Потрогайте, там труп чувак. Флага лежит на центре. Да пофиг. Фома фыкава. Блин, а тут это много народа. Тут... Да, два хила получается. Ну, там на лес еще и ДК побежал. Ага, на лесу зарисовалось. Бля, вся толпа тут приехала, нет, тут что-то хрен знает. Да, там напало, еще. Напало можно. Блин. О, норм. Так, тело надо забрать. Забрал тело. А хила у нас тут нет, да? Пал. Я пришла. О, так, блайнди снял. Там еще рестор друид к вам бежит на лес. Есть что. А совух тоже на лесу там, да, у них? Да-да, совух, блядь, хуй знает. На приста надо. Блядь, еще скидывает. Ко мне Рога сейчас пойдет. И, скорее всего, с собой. Иду к тебе. Причем, да, там мы не только, убежали. Не только. Там еще ДХ танк вроде идет. ХЗ. Так, рок вниз. Не, они тоже. На БС заезжают. Нужно да. На с тобой помощь. Не, мне кажется, они к книжке пойдут по-любому сейчас. Да, вон они, блядь, перед мостом стоят. Они мечутся. Сейчас я хилку возьму тут. Да, да, они ко мне пойдут, однозначно. В инвизи иди, Саву. Или кто там? Это не я деф и ГМ. Сейчас я подойду, увижу их. Да, я тоже тут. Они за той стороной моста стояли. Сейчас найду. Тут на центр все двое приисты и еще кто-то. Не, они скорее сейчас на это пойдут, на ГМ, наверное. А, тут один приз, что ли, ДЦ пришел на этот, да. На центр. Возможно, и ко мне подойдут. Встаньте один ближе сейчас, к нему. Погоди, я сейчас час пожму зрение. Вон рога в воде. Прям в воде возле, блядь, берега. Вон, возле зелененького. Ты не туда, Джин. Вон он обходит, да, к сове идут, к сове, кажись. Ага. Ну, встаньте между точек. На центре два хила у них уже стоят. Савух тоже где-то встал. Ну, они вдвоем, скорее всего. Я, короче, между точками буду здесь. Ну, один там, один здесь. Они на центре собираются, блядь. Топорем занимаются. Да, они на центр бегут. ШП еще прибежал, рестор друид. Этот уже раб, блять, этот уже рабчу нажал, еще ничего нет. Вот рога туда. Педера. Я останусь, тут сова чекать будет. Если нужно, сова где-то в стелсе стоит. Сова, походу, на лесу стоит, блядь. Да, возможно. Потому что хант на этой хуйне. У тебя нет зрения еще, Серег?
Не, я только что жал. Не, вон пошел, ДХ пошел на лес у них. Да, ДХ на лес пошел. Сова сейчас ко мне инкамить будет. Я иду. Однозначно. Ну, потому что больше нет. Я тут спала на боб. Вы вдвоем не убегайте далеко, кто-нибудь поближе, останьтесь. Чтобы развернуться. Пала нет бопа, нету нихуя. Я че хуй знает, где сова? Не вижу ее. Заеду, пойду на лес тогда, че? Бесу, забери лес. Здесь сову, Серег, прыгай вниз. Рога риснулась, хз, где? Ой, рогу выбил. Там приз... Ант, иди там... пока это, сходи к ним, приз помоги. Приз пытается чекать. Там ДХ, короче, дефит у них. А ГМ нужна помощь? Да я думаю нет. Там чекают. Там они чекают, они чекают. Я фере. Ходж. Не стало. Друид как раз под флагом, можно его просто взять и выебать нахуй. Вот там Сокрас сразу упал, опал бабли, блядь. Бросил друида. Кейф упала, убить пала, можно. Под сокрой пал. 2-3 unstable, 4. О, жара пошла сразу. Все уехали. Сова на ферме рискнулась. Не, я без инкета. Еще минута. Да, сова к Никите едет. Иду. Да, точно к Никите едет. Финдит там, да. Да, да. И Рога, с Рогой они вдвоем. Да, Рогу он я свидел, свалил, он бежит ко мне. Серег, там зрением почекаешь? А когда вы все ушли с этого? Да, останетесь. Все, смотрим, короче. Сейчас подожду еще секунд 6. Я с блинком играю, так что если через тучу будет, я собью. Вон они стоят. Выбил дауна. Он наверху. Да, не, друид. Рога где-то у тебя там. Ну и ваш пока этого. Не, у меня. Рога таргетит Серегу. Не, нормально все, нормально. Обоих сейчас. Саух, кстати, без блинка. Походу на БС опять будет заезд сейчас. Они прям собираются здесь. О, и маска тут отлично. Совуху сейчас маска нужна будет. С маски, совух рад? Нет, на ГМ что ли собирались, непонятно пока. Они на помойку собирались. Да, давайте, сейчас скажите. Сейчас нас трахнут, это все. ШП взял у них берсерк. Вас могут трахнуть в любой ситуации, по-моему. Кого вас? Есть тут. Конкретно, да. Опасные звери. Да, заезд, короче, сюда идет. На центр. Там, короче, это, сова риснулась. Сауга на этом, на ферме. Да, опять походу к Никите едут. Опять Рога ко мне бежит. Мы заебали, серьезно. Попытка номер 3. Вы вдвоем справитесь, это нам не напасть. Да. 10 до зрения. Это просто не то, что мусорчики, это, блять, я хуй знает, как эти парни вообще называют. Прошлые тоже были мусорщики. А кто на ферме там тогда дефает, если Рога все время сюда и камень? ДХ ЛМ дефит, хант дефит ферму. Ну ты че, прокликать не можешь по дому? Хант на центре. Нет, отсюда как бы с ГМ вообще ни хрена не видно. У них пустая точка, блядь. У них пустая точка, тут хант дрочит вас на миде. Опять их там двоих выбил. На палу давайте. Пала, поиграй. Серега, ты зачем двоих убиваешь? Охуенно сдиспелил паладин. Блин, у меня меты нет. Вот только отошло, блин. Друиды черчи надо поломать. Надо к совуху на всякий случай. К совуху выйти. Отходите, кто-то срочно. Вот, прям за меня. Да, у меня 20 дорез, но я думаю, что будет норм все. Дринкет откатился. 15. Я прям отсюда долечу. На друзья, поиграйте с нами, где? Он сдох. Чего у него играть? Ну, там хантер где-то бежит. 5 секунд дорез. Ну, сейчас чекать будут, скорее всего. Ну там тучу положат. Там пристоит, блядь, у него друид умирает, он, сука, смайт спамит, да, блядь. Я не буду тринковать. Не тринкуй. Огород, господи, что он делает? Давайте приставь. Давай, клетку ему дам. Окей, ладно, гоу. Да там тут уже нет. О.
Так, ну и куда новенькам? Ну, 20 секунд жди, 20 у Роги и 12 у Дроида. Серёж, у вас что? Да, нормально. Сейчас у меня на следующий... Ну, да, сверху Хант бежит. Переход мета будет сразу. Стелс ушел, может быть, к тебе пошёл. О, Дроид, кстати, не, Дроид вон это, риснулся только. Пока непонятно, кому ей. Хант был около нашего мостика между нами и ГМом. Они куда-то хуй пойми едут. Да. Пока непонятно. Они ко мне, походу, сейчас поедут. Или либо на БС. Так, Рогов шел. Мне кажется, это попытка номер 6. Да, да, они типа, мне кажется, сейчас зафейкают. Они ко мне, скорее всего, пойдут. Такое. Блин, у меня какая-то дрочь висит. Блин, у меня, короче, яд висит. Да не двигайся, блядь, с ядом с этим. Ко мне, о, ко мне приехал чел, ебать, жрица, блядь. Ебать. Выдвигайтесь. Ё-моё, нифига там инкам большой. Уя себе. Шоцы такие. Тут хат еще, тут хат еще. Инрагу возьми. Нужно маска будет там. Еще возьми плюсы. Маску. Нужен еще один на ГМ. Там хант взял маску. Четко. Неплохо. Нужен еще один на ГМ, сразу говорю. Хант под... Хан под берсой. Не выломаем че. Давай сюда. Меня сейчас просто распидорят. Там... Финда, блядь. Вот, ухулис. Здесь рестор, там Рога сейчас будет чекать. Я смотрю, я смотрю. Ну, приставка, играйте. На стейблы хелп нужен. Прям жопа. Стейблы, хил желательно. Я рискнулась на стейблах. Так, ладно. Издевайтесь там, они чекают. Не чекают. На приста, давайте поиграем. Стоит. Блядь, ничего, и пал тут. О, Рога у меня на центре. Блин, вот это жопа. Нормально, нормально, все нормально. Я отъеду. Не надо никуда ехать, сиди где был. Я подруги помогу. Все нормально на центре. Красава. Заезжай сильно. Пристай, я досильно. Рога опять вернулся. Давай, 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 давай. Блять. Впало можно, давайте впало сюда. Лежит. Я он не забрал. Убегаешь-то. Что-то без кустов. О, ферма чекнулся. У всех робовойс. Угу. Да, это походу дискорд рип. Там половин в бабле, что ли? Вот. А чё все хилоты сюда пришли? Блять. Грипнешь? Да, я тут альтабулся в дискорд. Ну хоть кого-то выиграли, это неплохо. Приста нахуй, ДЦ. Убиваем друида, друида, блядь, 20% хп, он дает зубы шаману, блядь. И спамит, блядь, дальше смайт. Вот кого мы выиграли, блядь. Кого-то прикрыли, блядь. Господи, там... Еще какие-то мысли. Не говорите так. Почему? Ну, вдруг они нас пёхнут. Конечно, пёхнут. Это не меняет того факта, что они мусорщики.
смотрите, там под вас стакнутый будет, и типа этот мон подбарен, я хуй знает. Подбарен, по-моему, только уёбки играет в этой игре. Да, и мы за Альянс. Мы за Альянс. Мы за Альянс. Слушай, ну предъяви мне факт, то, что у тебя пандамон. Да. Ну ты посмотри на рожу того пандарена. Просто. Ему, не знаю, его, мне кажется, даже сову соло сломает. Слышь. Сову соло сломает. Да? Если он будет стоять и не двигаться. Так он жирный пандарен, ты понимаешь, он не может. А у тебя сова не жирная, как бы. Тут сразу такой совых, блядь. Слышь, ты чё такая противная? Никого не сломаю. Там на дыхатанке наш друг. Наш друг? Да, который танчил вчера и там еще когда-то. Лодка? Да-да-да. Тогда мы точно победим. Полипал там какой-то. И точно победим, блядь. Там первый начал. Мы за Альянс, вам налево вон туда идти. Мы за Альянс. Первый случай. Победителя. Сразу гиты поставлю отсюда. У меня дыхатанк. Алло. Я там заряжаю прям в этих долбоебов стан. Твой, братан. Холипал там стоит, блядь. Я не знаю, его выебать инстантом нахуй надо. Направо, да? Бабл, приста, может, сразу. Мне нужно. Монка кикнул. Собух, выйди. Я, короче, ничего не сделаю с дохатанком, блядь. Не знаю, мне либо бросать точку вообще, либо хз. Я иду. А у тебя скидывание есть? Пала вернулся. Все в круг зайдите. Да, направо, пала надо. Ебать, ну, в принципе, она должна чекаться сейчас. А, окей, вот так. Да. Давайте перестать теперь. Я его подсклоню тогда просто. Да нахуя, давай так убьем. Наш. Я Монка кикнул, там уже нету хилов, блядь, просто нету нахуй. Он ушел. Солух, все, уходи. Пизди там еще кто-то шел. А, вон еще к нам. У нас двое, плюс два. Лайн. Бегу. Рога тут еще. Я сове клетку дал. Подожди, Роги фир даю. Байк, дал фир, не бью. Я еду. Зайдите все в круг, она сейчас. Круг зайди, сову убили. Сейчас, слава. Да не. Мой только это. Как мне чекать тут один долбоевский лог, блядь? Который, блядь, все КСы мне стреляют. Горю, надо тихо убивать, сова. Да не, мы тут хуя не убиваем. Ну, все равно его не успею убить. Го, в воду, блядь, да подожди. Надо фумон так следующий закрыть. Жень. У меня уже нихуя нет. Не подходить к вам уже. Так, да похуй уже. Вот. Давай мид лоу сейчас. На Монка вот. Может давайте. А, во. Кикнул уже Монка. Монка уже кикнул. Хулипал там стоит в вагоне, просто в вагоне, блядь. Зайти выебать. Ладно, как там бы съебал уже. Ну да. А сейчас представь, ты вытянул так это, ну, блост немного от них, во. Давай, хулипал стоит. Он хочет умереть, блядь. Я лаву пока буду положить. У меня нету кика по хулипалу. Ой, блядь, эти профессионалы ебаные. Вот сейчас будет кик по хулипалу, не трогать. Бабл есть? Ага. Если найду. Блять, нет, чё-то убили нахуй. Пать нахуй копать. Так, Саус трогай там сверху, да, еще тусят? Кикнул Монка! Нет, они здесь бить на... Бить пало, там, бить. Где Берса, короче, да, они на Берсе. Ну, больше. Снял бот. Убить пало. Нифё, ты можешь, блядь, ко мне бежать, я тебя подхилю тут. На лаве. Да кого? Я все уже труп, похоже. У меня вторую жизнь выбили. Окей, на воде их больше мы не возьмем. Пал до сих пор живой, блядь. Пал, да, все, да. У вас там все вроде. Да хуй с ними. Сейчас будет. Массовый стан сейчас будет. Там Монг, блядь, крутит этот. Мне кажется, пора валить. Так, Рога куда-то ушел, не весь, возможно, ко мне. Сейчас будет стан всем. Да мы тут всех убили уже. Рога мертвый, 5 секунд. Мертвый. Все, да. Давай, впало. Надо кого-то наверх, я не знаю. Монг теперь можно. Сейчас я доведу здесь и подойду к тебе. Окей. В циклоне. Все в круг, давайте. Пиздец. О, рычаг. Лол. Ну так они все. Так, тебе там бежит Рога. О, у меня тут, блядь, дохуя. Да, мы идем.
Так, что там? И ты сейчас буду тут наш... Я, короче, к нефеку пойду. Иди, я топ, короче. Ну, все нормально. Может, кого дожмем и не хочу. Что нормально? Ну, отпрыгай меня куда-нибудь. Не... Нет? От троих? От совы с Алгой? Ну да. Сову закрыл. Чё? Отсюда же ты отпрыгиваешь. Нет, со стороны полетел. Давай попробуем. Давай сулфа. Давай, да. Я иду, иду. Ну. Никто же не пришел, не похилил. Тумун там, тумун. Какую точку мы в них отжимаем, блядь? Саву сейчас будет сам себя. Можно катать воду, блядь, лаву, блядь. Чё мы нахуй занимаемся за лупой? Анонизм. У нас тут хилы. Забегаем в точку, нахуй, выебим этого пала, блядь, пизду. Я в средство поеду на лаву. Кикнул этого уже, долбоеба. Там сейчас всем стан будет у них, по ним. Посмотри, бух. Выебать пала, выебать пала. Крылышки, окей. Куда ты побежал, чмо? Стой. Ну, да, давай. Прыгун. Там ручка, блядь, серьезно. Зайдите в топ. Блядь, ну они, их тут больше, блядь. Да хуй с ними. Отрубил ему голову. Убить я нахуй. Я боюсь, мы их не пёхнем. Вот этот я хлебал без... ёбаный, блядь. Давай, ну сейчас и точки отжимаем, блядь. Там сова идет на воду ко мне. Да. И возможно рога здесь идет. Не, это отсюда можно уходить. Гол балла, мы... Да, рога здесь, рога здесь. Да, гол зарежем нахуй, я всех. И купала, они подошел. Все умерли, они тут все умерли, блядь. Вортекса нет. Нет, не успею наметить. Пофиг. Лаву, в лаву заходите в новую. Этот лем нахуй, ебаный. На воду всем надо, блин, ты чё там перешел на воду? Никого нет из наших, да? Ну мы... Рогу, я приду. Всё. Я приду, лаву только... Друзьям. А, окей. Ну мы Рогу ваншотнули. Монка выебать инстантом. Стандом. Найс, он сдох. Давай, сову не отпускаем только. Я на присте. Давай. Приз хорош. Стой. Нам просто его кикать, блядь, там хулипал резнулся. Хлепало надо. Стана нет. Я кикнул пала, мы его выебем, окей? Баб, блядь, бабл. Вот. Они бегут нам, да. Пала, вот сейчас, прямо сейчас. Инстант. Да он труп. Ой, они там перевели. Видимо, эвейжен у него вообще... О, на Монка можно. На меня. Он эвейжен был в прошлый раз. Всех выпить. Бланкет присту дам в следующий раз. На сейчас этот, на центр хелп очень нужен. Прям я пошел, я бегу. Тут вся бригада приехала. Ай, за листиком. Бля, там пса. Если что, сверху пса. Да, да. Бля. Что там? Мне клон дали. Ну тут надо на воде уж... сколько их, четверо? Там походу жопа уже не спасти. Ведите вверх и эту хуйню да, левую. Да. Да-да. Чел, забейте на центр, забейте. Ко мне Диван Хантер идет. Нужен хелп. Я добью здесь, идите уже, идите. Тут еще рога бежит, блядь, инвиз. Да хуй с ним, блядь. Бежит, вот он, блядь. О, за дотой, давай. Давай. Мэээээ. Трах-бабах. Я постою здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два ДХ и там вообще. Нам еще нужен плюс один, как минимум. Два даже. Я иду. Давайте скорее. Савух, блять, живи нахуй, заебал. Медведя, блять, нахуй, прыгай, блять, и сиди в нем, блять. Живи, блять, только нахуй. О, Павел улетел. Павел улетел, блять. О, найс. А он уже не вылезет. Вот там уже все. Сейчас вас Пандрен мог с берсой трахнет, придет, блять. Да? Джёстки? Сначала разденет, эротично. За денег разденет? Какие ты вам поставил? На лаву. Поехали сейчас все. Подожди, а Рога где? Где этот путь? Есть где-то. Вот он. Я их стопаю тут всех пока. А, вон он, справа. Ой, блять, этот Рога. World Boss. Давайте, лаву надо сейчас главное забрать. На лаву забираем и все. И вин. А, так это эти же. Да, мы. А, блядь, я тут. Ну, разыгрался. Гопала. Давай, пала. Сан сейчас будет от всем. Я снял ручку, он даже этого не понимает, я кикну сейчас пала. И мы его выявим, нахуй.
3 он стейбла, 4... Блядь, да нет, там уже минус скилл, минус пал. Перевели опять. Перевели, блин, я не могу перевести. А при что ездить? Там пофиг. Нету. Нам можно просто держать, и все будет ок. Вы хотите просто лаву довести? Да мы просто сейчас очками задавим. Ну да. Кикнул Монка, убить всех ДД. Очками задавим. Чем очком? Ичоковским очком задавим вообще. Давай представь. Ой, блядь. У одного попал на фильмы сегодня, у других про очко. А как это назвать? То, что нас драли, блядь. Ну да. Это, блядь, это по-другому, сука, не назовешь. Какие-то выходят парни, блядь, которые педалят, блядь, отдают барки, зубы не в те таргеты и выигрывают. Добро пожаловать на РБГ. Это охуенно, блядь. Убиваем друида, блядь, зубы получает ЛМ, нахуй. То же самое с Барком, блядь. Убиваем Пала, Барк получает ШП, нахуй. Мы, блядь, проигрываем, сука. Аня, кажется, ставь кофе, короче. Я поставила уже, мне банку не открыть, я уже. Срати. Сейчас приду. 900? Или... А, нет, не они. А, ну все, это можно. О, ну сейчас нас пар... Вот эти парни нас научат, как играть. Сейчас нас в очко, блядь. Но за этих, как бы, это... Фиерася. Знаете, что? Там, наверное, вас и прочие до этот стати. Ну, Валерик. А, ну, блять, окей. Вот эти парни нам сейчас реально покажут, как играть в эту игру. Они хотя бы не мы кидали, блять. Тут хотя бы можно поиграть. Не знаю, кто-то еще заходит. Ну, Станк не зашел. Что ты думаешь, он так делает там? Может, он там подмывается перед иглой? Копыта, блядь. Потом меняет. А кто это такие? Почему их 9? Сейчас да, идет. Я девятером пёхну. Я знаю только ханта, блядь. Сова, мне кажется, тебя это... Потому что мой хороший ник, Луз из Лёрн. Вот хороший ник. Сивакс, что-то знакомое, блядь. Сивакс? R1 ретрик. Тут тупой такой ретрик, но, блядь, это... А, это этот, азиат-то, хач. Хочешь взять это что-то? Я думал, что это да, этот да. Ксавикс, а что это его попал? Сивакс? Не, я думал, что он Ксавикс. Там Савикс. Они нас Савик. С девятером выебут, если что. Да? Да, Ки. Ну что, такой же план? Да, абсолютно как в вашей игре. Девятером просто. Но надеюсь, Хан там взял поэта? Нет. Не, не брал. Ну все. Ясно. Да, просто беру нормально для дефа. Я подумал, что нахуй это. Против 2500. Ха. Так, я, короче, пойду на ЛМ и спрыгну потом. Там двое. Блять. Никто больше не пойдет, да, на ЛМ? Я понял. Ну, погнали с тобой. Ладно. Не, давай вдвоем. Разойдитесь, чтобы там получить. Там два ДД у нас. Нормально, разрулим. Давай. Убивай этого пристана. Бля, я... Если? Просто убивай этого пристана. Фир, я снял фир. Как же они тебя порвали-то? Да, зубы в барьер, похуй вообще. Лок-лок. Да-да. Где вас там пёхают-то? Может, к вам подойти? Не поможет. Блять, ну в смысле? У нас на меде двое, блин. И 3 хила. Может быть, нам отойти куда-то, нет? Да все уже. Уже убили всех нас на гейме. Блин, чё молчите? Вас на Роге троих вас убил или? Девятером, блядь. Ой, ёбаный. Там Рога, Хан, ТХ, блядь. Блядь, мы были убили. Они ещё хил пришёл. Их уже 10. Мы можем уже ливать. Боже мой. Тут выходит ДЦ, которому, блядь...
три нахуй ДД, блядь, не могут Вим нахуй сбить, блядь. Вим, блядь. Он ниже 80%, сука, не опускается, блядь. Все, они все на меде. Трап шибочки. Ксот, блядь. Хелет нас. Че, поехали? ГМ тогда попробуем с ней. Мы можем уже ехать на помойку. А, это Йока, походу, этот. На паладине. Окей, сукубай. Да. Давай, поехали, врагу сильно. Блять, еще ДХ приехал. И приз, да, приз надо поиграть. Сейчас будет стан. Угу, четко. Сало еще накину сверх. Блять. Можно к вам на ГМ подойти? Блять. Гопал убил. Ну, тут приз не долбоёб. Который ДЦ? Ну да, он как нормально. Он R1 прошлого сезона, этот Винг. Всем похуй. Ну да. Всем похуй. Я даже Вим его не могу, блядь, не могу сбить, алё. Чел тупо точку чекнул просто. Да мы уже проиграли по банам. Ну, гол ливать тогда чё? Чё время тебе? Ну да. Я не знаю, блин. Могли бы поиграть еще. Ну, в смысле, не сейчас уже, а в начале. Что-то... В смысле, так все играли, пока вы не проебались. В смысле, пока мы не проебались. Я 33 раза спросила, выйти куда-нибудь, что у нас, блин, хилые на мидисе, два человека. Уже... Ну, так уже поздно было, когда ты спросила, нет? Я спросил уже, когда приста убили, когда у меня уже убивали за буквально секунду. Потому что вы молчали, я и спросила, может, надо все-таки подойти? Если бы вы просили подойти? Это было если бы ты... Если я понимаю, спросил, что я поздно просил. Тогда бы все было. Вовремя. Да расслабься. Вы же увидели, вас убивают, сказали бы, подойдите, хил. Хил. Ань, ты понимаешь, что там приста сбрили просто за секунду? Не ну, не за секунду, может, но очень быстро сбрили. Что ты хочешь? Всем похуй. Вот чем бы ты там помогла, скажи мне? И как ладно, бы ты я отойду на пару минут. Помочь? Только если прийти, я там ручку помахать им. Савух. Да. Никит, что тебе понравилось? Что именно? Да, как тебя трахают? Ой. Да, да, член до сих пор в жопе. Приятное? Не знаю, сложно сказать. Неопределённое? Скорее, да, скорее неопределённое что-то. То есть ты не можешь определиться, было тебе приятно или хуёво, да? Он не может определиться, вошел ты или нет. Слышь, Савух, чекни личку. Это твоя фотка, что ли? Нет. Давай, ставь фотку. Так, пока БГ не кончится, я не могу. Уже кончилось. Уже? А, действительно. Опять кончилось так же быстро, как мы отсосали, наверное. Слушай, зачем ты мне такое скидываешь? Я теперь ночью спать не буду. Че, он тебе свою фотку скинул? Нет, я с собой фотку скинул.
1900, это самая тема. Я уже боюсь. У нас Сима Мэр, кстати, по-моему, подрос после этого луза. Да я уже даже боюсь, блядь. Когда только 1700 уже страшно, блядь. Ну да. Уже на этот. Короче, я беру по этого. Да, давай. Не, просто на самом деле приходит любой рога и у меня чекает. Я ничего ему не сделаю. Вернее, он даже может не чекнуть, а просто убить меня. Слабак, что ли? Нет. Но рога все равно убьет меня. Значит, слабак. Нет. Если убьет, значит, слабак. Нет. Да. Нет. Да. Если он тебя убил, значит, он тебе кинжал в жопу засунул. Это уже охуево. Если у Никиты с прошлой арене попа занята, значит, рога убить его не сможет. И напихать ему еще. Да почему это? Больше не поместится. Ну ты, Никита, должен выстоять. Кто у нас не заходит? Это кто-то АФК или чё? Тот джин, то не джин. Ну, блядь. Джин. Они по очереди кнопку нажать могут. Аддон бы уже, блядь, поставили, чтобы заходить. Вы чё, куда погнали? В смысле, чё, в десером? Да. Да, какая уже разница? Да, там будете. Да? Но он же сможет ещё зайти. Я с Хантом, короче, на ГМ пойду. Мы на лес идем. Погнали. Он кто зашел. На лес? Там три на ГМ идет. А вы чё же, ёпт, ничего себе. Я пойду на центр, мне похуй. На ГМ трое идет. Там Вара сыграю, он подставит. Какой-то лекарь пойдет со мной на центре или один пойду? Я пойду. Окей. В смысле, блядь, в итоге два хиллера пошли. Тут три у нас. Два ДД и этот, блядь. Тут три приста, они сейчас будут НКшить, блин. А можешь подгрипать второго? Ааа, забрали БС уже. Да, одного БДД еще на центре, мы бы убили тут. Я по друлю тут работаю. Сейчас достанем. Блять, мы их тут еще нахуй возбреем. Вдвоем убиваем, блять. На, блядь, 2 миллиона. Обсекалити? Бля, вон охуел, наверное. Сейчас МК надо. Бля, Павла надо поиграть. Угу. Я кикну следующий МК. Бля. Чекайте уже. Убить Павла, блядь. Ага. Так. Чё, хлопа на миде, наверное, да, нужно хлопа? Я чекаю уже. Да, конечно. Блядь, а надо бы убить его сначала. Чекай, да, давайте, все вместе. Ну, пособирай. Все чекаем. Все прекрасно. Я останусь. Давай. Чё, на лес, НК, скорее всего. Да. Смотрим. Приз, ты лесу, помогай, всё, я буду всё. Между ГМом и центром, короче. Простопаю сейчас. Я останусь здесь. Я, если что... У меня только тринкета нет, у них рога что-то есть? Рога на голдмайн. На мид? Окей. На голдмайн. Я на лесу, если что спрыгнуть. Оттягивайтесь на БС, возможно сейчас НК будет очень большой. Как писюн в Саваховской жопе. Там холипал. На лес. Возможно, рога ко мне поехала. Они все поехали на лес. Нам нужна помощь. Мы втроем здесь ничего не сможем сделать. Ёпта, такая бригада вообще. Там к Емеле. На центр ДХ бежит. На центр ДХ бежит. Я иду к тебе. Давай. Я его сейчас дотаю, блять, как суку последнюю. Он обходит нас от этого. От флага. Есть бут, я кикнул. Там уже минус барка. Сейчас заставим друида, убьем этого долбоёба. Давай, убиваем. Короче, Джин, ты далеко, я не могу. Не-не, я знаю, я их тут всех застопал, застанил. Так, у нас тут что-то многовато. Давай к флагу отойдем чуть-чуть. Угу. Можно под стан разыграть. Под гриб. Давай.
скажешь, когда будешь кого-нибудь грипать. Давай вот этого холика. Давай МГшника вот этого думаю. Меня свечну ты, мне хана, скорее всего. Я зонти дал. Нам тут нужен хелп на лесу. А, нам пизда сейчас будет. Ну он приском бежит. Не МК. Я тоже МК. Я МК. Зе, ну я могу прийти, но я тогда брошу тут. Я понял. Ребят, я лучше останусь, лучше наверняка, чтобы хотя бы три точки было. Меня сап. Если и то, и то заберут. Ой, там Книфон отправлю. Да, 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 да. Луча. Я далеко, Книфон, вообще далеко. Всех. Я тут же вайн, блядь. Да, он чекнет. Я тринканул вайн. Окей, давай, давай. Фулл киднет. Он, кстати, он не успеет, чекнуть. Он не успеет. Я не, он не успеет. Я бегу, 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 бегу. Но если чё, это у меня тринкета да, нет. Да-да-да, я уже рядом. На лес ещё. Он под тобой, напал, да? Давай. Если... Сейчас попробуем. Выбил. А, найс. Выбил в клетку. Под следующий гриб можно будет всё, иди ещё там, раз. Там на центр ДХ, опять ДХ на центр, ДХ на центр, ДХ на центр. Там ещё, там ДК. Сова, беги. Да, я побежал. Ну, Тошнорога здесь, он у меня чекает. Трипостан сейчас будет. Блин. За куда мне идти? Короче, я на рогу доту повесил и иду к имею. Я под руиду да, играю. Еще на центр нужна хлоп. А, давай, подруиду. Там приз пришел. Рога на лес к вам поднимается. Значит, на выебали этого ДХ. Если приз там пришел. МК и кикнул. Не вижу. Записай, фин сбил. Угу. Там рогуе вон скачет, я его не повесил. Так, короче, можно как-то их свести. Надо МК сбить. Рога чекает. Чекает у вас. Бля, я не могу. Нормально, я забрал, как профессионал. Давай... КД на диспел не сниму. Давай к друиду сюда. Подожди, подожди, подожди. Блин, мне стан. Там приз сейчас будет чекать. Я собью, сбил. Сейчас, короче, разыграем. Давай друида можешь через 5 грипнуть? Я не если что. Да, да. Есть, да, да. Подожди, подожди. Давай вот шлипаем. Да, там на голдмане идет ДХ. ДХ идет на голдмане. Куда? Савох выезжай. Да, иду. Он уже там добегает. Мчу на всех парах. И там второй еще, там еще ДК идет на ГГ. У нас Рога вышел. Рога там вышел. Смазка, смазка в домике. Я бегу за смазкой. ДК и ДХ на ГМ идут. Напало, пока играю. Ну, не знаю, получится их развалить, нет? Рога где-то на спринтах. Ну там в ДХ да. Нихуя нет, ни фулов нихуя. Я под фулами и сейчас. ДК тоже нету, айсбаунд. Найс, чек. Банкет. Сбил МК. Я это холипал чекает. Мне МК, я мне сбил. Я второму стандал. Окей. Ну, нормально, я сейчас вернусь. Я попробую попить это. У меня рога. Давай. Я не могу помочь. Нужно кто-то, что подходил. Я добью второго поцика. Я просто покрэчу. Блин, зажимайте там булки. Зажало. Не там, но зажал. Вишенку между булок зажал. Я, короче, прижал на ГМ, потанчил. Есть стан, но заезда нет. Я дал, короче, стан. Нормально дал. Гинул ШП. Блять, не эфир. Соби. Блять, не сбил. Бля. Так, Нифон, что там у тебя? Я почти Рогу убил, но он это рестелснулся. О, все, нашел. Ну чекают, чекают у нас там. Мне МК. Сбил. Сбил, сбил. Отходите подальше просто. Там еще на ГМ идет ДХ. На ГМ, да. Я вам МК теперь, я вам МК меня отпишу. Сова, там... Да, я слышу, я слышу. Давай. Короче, у меня тринкет есть. Сова, купол тут? А, там сверху кто-то прется. Да, там двое, двое. Это ДХ сверху прыгает. Не подходите к краю. Я в этот раз без фулов. Я тоже без нихуя. Подойдите к нам кто-нибудь на всякий случай. Не очень. А вот они с фулами. Сокра. На меня, на меня. Так, я еще по трупу буду резаться. Для меня особо нихуя нет. Там еще на ГМ идет рога, на ГМ идет рога еще. Блин, они мой труп чекнули, суки. Неловко вышло. Вообще. Там рога прыгает на ГМ. А не. Да. Передумал. Не-не, он ко мне, походу. Я собью, я собью. Он типа да, прыгал, да. Но вернулся назад, он не прыгал. Не МК, сбил. Так. Финду убил. Мы все сидели, блин. Блять, тем еще МК. Не, я сбил.
Тут приз МД спамит стоит. Я пока щиток. Так, через 4 можно очень больно заехать. О, Рога, вон прям перед тобой совух едет. Там на тему инбол. Давай, давай к половину. Вот где-нибудь здесь. Нет, нет, вон на мостике, перед мостиком. У меня все равно нету сейчас, ладно, чтобы убить его. Но у меня 25 секунд. Ты можешь в инвиз уйти пока. Я попробую резнуть сюда, если ничего. Зря это сделал. Так, ну я тут я пока резну на мостике потушу. Да. Потусю. Бля, как правильно. Постою как-то. Можешь тебе отдать им лес просто. Нет. Нет. Быстрее Сап, выиграем, быстрее Сап, новую регу. Сап. Ага. Я не буду тренковать. Под Туча, человека. Просто сбил. Просто я сбиваю, но он тут. Там. Я надо здесь, что-то здесь, дотнуть, здесь, дотнуть здесь, надо. Да, 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 все окей. Блин. Просто секунда, по трупу резал. Блять, не хватает энергии. Все, выбил. А вот блять, он скоше. Все, 50 секунд осталось. 150. Да. Найс, блин. Я напал они сейчас. О, там на центре какая-то хуйня намечается. Да фига к тебе идет. Смотрите там. Ну да, тут приз уже что-то ШП. Кикнул ШП. Окей, я кикну еще и этого. Чтобы было очень хорошо по нему играть. Бля, сейчас стейблы, может, заберут, бабл выбил. Там Алга где-то. Дреснул все. Отличный инфа. Не, ну он все он говорит, типа я чекнул, но он. Чек. Где-то на этом БГ есть строго. Нет, он резнулся, но в смысле он там резнулся. Рога где-то рядом. Там Рога, блять, слишком овощ. Слишком рядом? Он типа сапал, не юзал спринт и пытался чекнуть в куче. Пиздец, блять. Собух вытащил пипичку из попы. Да нет, я пробегал на ГМ, мне ее там вставляли. Оставилась все же. Не в этот, блядь. В этот раз мы выиграли. О, это и наш. С Кнуфэком, давайте поговорим. Наши проебы. Пал идет с Кнуфэком. Контра. Кнуфэк идет с Кнуфэком. Давай я схожу с ним. Кто с тобой идет? Короче, я. Паладин, кто? Ну, паладин. Я просто буду Рогу стопать, чтобы он мог пройти. Если у вас будут проблемы, орите заранее. У нас не должно быть проблем втроем. Да не, почему? Если их тоже трое будет. Посмотрим, короче. Мы, кажется, уже против них играли, не? Не. Не, там Рестер Друид, он есть, ваш любимый. Мы играли против них, мы еще проиграли, блядь. На этом, на двух пиках, блядь, или как БГ называется. А, да, ну, да, да, я. Дыхай, Друид, были, да, точно. Да, да, да. Где нас выебали просто, блядь, плохого. Повторим. Конечно. Обязательно. Чё-то нас хуёво выебали. Сова говорит, что уже прям ощущения пропали. Я всё кто-то возьмёт, да? Кто-то ну, возьмёт. Я возьму. Давай. Я спринт сберу. Я не знаю почему, но, блядь, мы стриды ебаного бить не могли там. Нас просто взяли и выиграли с этого 27. Да. Все, вы сейчас по-царски наведете, и мы убьем всех. Царски? Какая нужна наводка? Если есть друид, убить друида. Есть холипал, я заказил холипал, а друид умер. Нужно это все проговаривать. Вся Зет. Друид нажал барсни, свечную хулипала. Хулипал нажал сапу, свечную хулипала. Тяжелая игра, бля. С экрана ком-то умер хулипал. Пора вынуть член из жопы. Ну, Никита, наконец-то. Никита, помоги себе сам. То есть тебе помощь моя не нужна, да?
Там ШП под, под горсой будет. И слева и... этот холипал же едет. Тут опять, короче, это же комба, блин. Нахуй идешь туда, нахуй идешь туда. Мы можем встретить их. Это, тут еще Монг хил с ними. Я вытяну, вытяну. Просто убей холипала, убей холипала, блядь. Ну вот холипала, я его стоплю туда. Туда-сюда. И хош еще дал, блядь. Я еще я за тобой, блядь. Просто бегу за тобой. Дроид тут же стоит. Буду стопать. Все, на дроид резко, давайте. Монка, 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 там еще пик висит. На дроид тут вообще нормально. У него нету кувырков, нету кувырков, нету кувырков, нету нихуя. Ну, сломалась твоя система. Есть дроид, мы уже не бьем дроида. Вы там опять сейчас умираете, вот сейчас. Да? Сейчас вытянул. Секунда. Пистат тоже. Вон, рогу нашел. Да, да, я вижу. Беги, 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 флаг. Ну, я в стане, беги. Да какой же он кош, живучий-то? Кош, кош. Сало накинул. Нихуя он не живучий, блядь. А, вот другой... а у нас проблема, что у нас... Флаг забираем. Один рип. Ну, я боюсь, я не вынесу. Не месимся на центре только. Еще один хил к ним. Тут хил полипало, мы убиваем сейчас инстантом. Монка стопает, а Монг... Давай. Да, кишка, кишка. Мы можем их танков встретить, блядь. Вот он, на центре. На центре ФК. Разверните все. А он бежит на кладбище, мы можем... Надо Монку убить. Да, давай... Ну, не стойте там этот лучше. Добейте нарез. Рогу я там пристопал немножко. Он а там уже все хилы. Да не стойте этот. На центре оттягиваемся к нашему ФК. Нашего пошли. ФК. Я к Райду пошел. У нас хиллера нет или что? Нет. Есть. Почему там сака была? Точно. Где, блядь, она была? Хиллера не было, потому что сначала пал сдох, потом жеребца пёхнули. И 10 секунд кайфа, и 5 секунд бегал в иммуне. Давай рогу, рогу убить, рогу срочно убить. Рогу убейте, просто. Вытянул. Монка кикнул. Блять, вы заебали втроем его хилить, что, блядь, не можете вдвоем его отхилить, хотя бы одного оставить с нами? Так было изначально, но потом просто пришел лоб, и мне пришлось выйти. Рога. Убейте просто друида, блять, все они посыпятся, просто инстантом они посыпятся. Я попало кикнул, просто в таргет нахуй друида выбить, блять. Пал, умер. Сало накинул чем тут. Друида инстантом сразу. Монка ки... Блядь, фак, я иду нахуй. Кикнул Монка. Давай. Можно ДД убить, помочь, вот эти хиль, тихо, хиль, прочат. Там минус ДД как бы, я убил. А, нет. Просто всех можно ДД убить, там хилов-то нету, блядь. Просто сзади вот этих, блядь, ёбаных ШП, лемов, вот это все залупень. Блин, ладно. Ладно, забей на них, забей. Тут некому хилить их, блядь. Я зубы дал. Флаг надо сейчас как-то отжать. Зачем зубы? Зачем зубы-то? Мне может никто не играл. Робот полон. Серьезно. Ну кто там уходит в это? Давайте, вот хилов забираем и едем ФК забирать. Наверх! Убегайте просто сразу наверх. Рога вон стоит тут, блядь. Подпарьте АОЕ. Забрали хило. Вот здесь сразу на входе, он за входом, вот здесь. Монг друид, заберите, едем забирать флаг. Друид, умер. Все, это резко, давайте во флаг. Кокон он себе отдал, кокон он себе. Два флага нету. Там на центре он стоит. Холипал тут вообще стоит, блядь, там танк один. Пошли наверх. Пойдем. Вытяну его. Вне зоны действия, нихера себе поворот. Кикнул Пал. Кикнул Монка, кикнул Монка. Пал должен умереть. Я снял Боб. Сало еще накинул им. Играйте, я там по ФК. Играю. Давай. Здесь средства друид. Савоха, а ты в коте можешь поспамить хуйню? Я дотаю, а они не хилят там. Братан, пиздец только танка, пиздец танка. Я на него стакаю, я пиздец на него стакаю. Я ферну друида, ферну друида, и мы убьем танка. Вот сейчас прям. Готовься сейчас, готовься к нему. Давай, грибы сюда. Пошли на кладбон. Стой. Нет, блядь. Забрал Монг. Быстро. Блядь. Я спрыгнул. Лока, он пиздец. Блять! Вы чё ж... Блять! Вот это найс. Го, ещё раз убьём!
А мне был один хил хилит. Нас вообще, блядь, никто не хилит. Меня закайсил это, блядь. Я сейчас. Найс. Я не достал. Это жесткие ребята, вот это тимплей. Да не, просто. Ну подобрать так флаги четко. Надо быть просто клей. Ракета нет. И бы кидали работу. Он там стоит, блядь, в этой хуйне. Ой, боже. Всех закасил, высинули танка нахуй. ШП убивай. А, окей. Шамана. Еще Аньку убьют отдельно, нахуй. А вы что там, не подобрали флаг, что ли? Ой, блядь. Просто... Заезжай сильно. Да куда, блядь? Давай, давай, блядь, почти забрал. Ой, блядь. Не знаю, там хилы вообще отбитые. Назад предыдущий. Да. Он тринкнул. Ну, нахуя мы пошли вдвоем и отдали сейчас. Там рога бежит. А, пойдем я на поставлю... третий, кайфок. Короче, в нашу кишку я поставил портал. ШП тут бежит, блядь. Я сейчас ШП выебу. У нас тут. Просто, блядь, не. Да, где вы бегаете-то там все? В смысле мы бегаем? Ты, блядь, забежал один в пятерых. За тобой забежал Хантер. Там рога, ШП и Друид уже бежит. Охуенно. Там была, блядь, Сакра и там был стенд. Очень дез, блядь, у ДХ. Там, там уже они бегут к нам. Почти забрал. Найс. Они бегут по верху. Поверху они бегут. Через верх. Просто. Там уже ходят. Ты куда будешь бежать, не факт сейчас? Я на квадбон. Меня сапнули, друга здесь уже. Окей. Давай тут долбоеба эту. А вот и рога. Оп! Скину его, Маш. Не-не-не, давай. Надо убить его. Надо убить, надо убить. Я же тут. Зачем его скидывать? Там рестер друид еще. Кош. Кош. Да хилится тут, блядь. Танька туда одна побежала? Та, он, наши гиты, короче, в нашей кишке. Все, минус рога. Гиты в нашей кишке. Куда этот танк у них бежит? Наверх? Да, он на крыше стоит. Стоит а, на крыше? Где-то бросит, где-то что ли, да, он шипы там. Он зачем? Он упал. Я сейчас, я сейчас с кладбона к нему бегу, блядь. Он на кладбон пошел. Вот я как раз к нему и выезжаю, блядь. Гов его пидорить, блядь, братан. Там хп мало. Я фернуху липала. Давай. Фернул. Я вычинул его еще. Кикнул монка, холипал очень далеко. Атаки просто. Холипал очень-очень далеко. Да забей, я умер. Давай. Там сака. Ну пало убить Холли. Блять. Пал умер. Ставлю купол тут. Не знаю, 14 таков, сколько вышло. Так можно изи убить. Я разряжаю в него просто. Блин, ну это пиздец. Я просто разряжаю в него, пиздец как. Ты один там. Кикнул, кикнул молка, кикнул молка! Ну добейте. 14 таков. Еще кикнул молка! Они бегут. Блять, я заберу соло! Забрал! Сава. Да ну нахер. Стоп, сова, сова, хелп. Вниз, вниз, прыгай. Один на прыгайте, забейте хуй. Всем человек, блять. Везите этого. Пошли на квадбон, нам нужен регруп. Ебать нахуй. Хотя давай, давай вот этого, блять, рогу, не знаю. Я рогу хочу убить. Надо убивать, блять, они не дадут нам. Он стан. Рогу не выпустить? Блядь, кош. Друид схватил. А. Я пошел за флагом. Давай. Да, друид блядь, схватил мне флаг. Бомба. Ребят, через нашу кишку друид рестер тащит. Давай, ага. Давай, давай, его инстант принимаем, блядь. Я ой, уже блядь. Почти, почти рядом с ним. Я его еще встречу, давай, блядь, давай, я его сейчас буду брать нахуй. Вот най замедление, най замедление, най замедление. Мы его еще прям тут разъебем нахуй. Да, он сдох. О, рогу нашел. О, ФК тут. Давай, 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 сразу в этого хуесоса драного. Давай, вытянул его. Рога, давай, давай, рога, давай. Рога. Бля. Я сниму боб, бля, не снялся боб, не снялся. Где вот это он прыгал, а? Пала, 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 давай, пала. Пала. Замыкающий, замыкающий. Блядь, меня Локи просто по КД эти КС долбоебы. Еще накинул ему сало. Пал умер, пал умер, пал умер. Монка, монка, вот, блядь. Да.
Так, Нефек, я к тебе. Ну, меня, короче, из, блядь, из комбата не выпускают, блядь. Одна секунда КС. МК. Еще кто-то из дамагеров может подтянуться? Я не могу за флагом даже, блядь, пойти. Сова. Стопаем их ФК уже, надо их ФК стопать. Мы хилов убили. На рампе ФК, на рампе, рампа выходит. Где маска Боб выходит. Боб есть, Пал? Если можешь. Боб. Нет, развернитесь. Вот дорогу нашел. Имели сзади. Меня кот бежит стопать. Я спамлю по ФК, да. я спамлю по нему. Там Пал уже добежал. Может успею закрыть. Синефону, короче. Пал сейчас получит, блять, пожалуйста, пет нахуй. Вот, найс. Найс катер, найс трапа. Через кишку пойду. Мон каких-то, сразу гик. Сакра. Пала. Сакра, значит, Пала, блять. Я через кишку пошел. У меня просто КС от ПКД, блять. Бабл, изи. Обуебские локи, блять. Два. Кончил. Рога тут, блять. Ой, слушай, ты хера в центре, тебя сейчас встречать буду через кишку. Да. Прям пиздец до хера. Рогу убиваю. Хз, ну попробуй. Давай, Пала закрасит. Да, рогу убить будет заебись. Давай. Так, не выходи. Молка еще пойду. Рогу добить. Хочешь попросить, чтоб похилили? Ну вы не добьете рогу. Три хила, вы не добьете рогу. Вот бону отходите. Не думайте об этом. Фридом. Давай. Я проставил тут всех. Я просто всех стопаю, блядь. Даже там. Я рогу держу как могу. Давай, я просто всех тут уешь, блядь. Сову надо похилить там как. Я встану. Сейчас рога дойдет, ребят, надо постопать. Да не дойдет, Кикнул руида. Замедлил его. Ну может тут всех зауешь? На рогу сильно въезжаю. Зауешь всех? Там этот, финта работала бы тебе. 25 дорез. Они все двигаются к кладбону, блядь. Я тут всех просто, блядь, спамлю настолько жестко дотой, блядь. Что... Рога. На друида можно переиграть, там друид на лоу. Я в рогу играю. Там копал. Давай, рога убить, рога. Давай сечь. Десантом. Чуть-чуть. Блять, рога. Он не умрет. Друид спамит. Друид без маны, в принципе. Умрет, как умирает. Минус. Да, сдох. Окей. Я должен прыгать там в книф на кладбан. Похильте. Я вытянул рогу. Молоки. Окей. Финда. Кастан будет тут. Я на кладбоне. Стой там, забей. Все, я нормально. Окей, друида убить, и мы изи выиграем. Рогу главное не пустить. Рогистан. Там танк сзади дрочит, блядь. Убьем хила, все, он сдох. Рогу на убей. Рогу играем. На рогу играем. Окей, давай. Там короткий циклон получился. С КД заезжай, сильно в него. Монка кикнул. Найс. Давай Монка. Монка, да. Стреляй. Не, в Палу нормально, Палу вот это Монка. Давай. Он принципе живой. Снял Фридом. Замедлил. О, ешь там все это дерьмо. Мы можем уже выебать эти танка, там один хил. Пал. Блять. Кикну Пал. Я сейчас кикну Монка и кик. Блять, ебаный пет, иди в жопу нахуй. Кикнул Монка. Монк умер. Все, и Пал сдох. Монк. Все, убить флаг. Надо как-то убирать, да. Друида не добивайте. Рога ей трогу, поймайте. Друида не убивайте. Просто пусть дрочит вот эти 17% свои. Пусть они дрочат, блядь. Рога пошел. На мне паладин. Я сейчас тут один на кладбоне. Я выбил его. А, он где наверху? Ваниш. Нет, он снизу, где наши берса. Окей. Он ваниш потратил. Там хульпал у них на кладбище уже, короче. Наверное, с танком, да? Че, пойдем, может, на третий? Вот хулипал бежит, блядь, хулипала выебать. Ну там ШП стоит уже, думает, куда. Давай, заезжай. Монка за контролем. Пойдем на третий. Го. Давай. Монка кикнул. Убить нахуй. Снял ручку. Сразу монк. Рога сверху. Рога спрыгивает. У них нету хилов. Пока нету поставить. Сорфул. Через минуту будет. Через 40 секунд будет. Роги без ставят. Они в атаку уже идут, блядь. Вытяну манка. Лемса хуйня. У них нету хилов с танком, блядь. Танк не должен там жить вообще. Танк ушел у них. На кладбон. Я сейчас его там принимать буду, блядь, как суку нахуй. Опять.
20 секунд. У меня там портала нет, блядь. Вот вижу танка, так, вижу танка. Ты закупились на нем, да, уже там? Да. Сережка на нем. Я палакикну, братан. Давай, давай, давай. Не заходи, нет, книжек, смотри. Палакикну. Сап. Вот он, рога, блядь. 2 секунды, сейчас выбью его. Он не, он там, он сзади, он вот он вон там куда смотрю. Блядь. Я просто станка хуярю. Давай, хуярь. Мне станы, феры. Блядь, меня скинули. Я гриппом. Фир спрыгай. Пошли вниз. Я отбросил друида. Сало, да. Пала. Сейчас вниз пойдем. Пошли. Забрали пала. Убить. Все, ставь. Все, мы выиграли. Блядь. Ага. Нормально. Забрал флаг, отлично. Да все. Я же говорю, ты поможи как-то. Красиво. Умеете, могете. Соп сраных, блин, как они затрахались этими киками, блин. Серьезно, тут у меня такое ощущение, что локи кэсили только меня, они настолько тупорылые, блядь. Сейчас тут была я, поэтому. Вот смотри, 22 кика у меня есть. Там лок одного 4 кика, другого 3. Кого кэсили, блядь? Всех кэсили. Это все ушло сейчас в меня, блин, только что. 4 кика в одного лока, второго 3. У меня 22, блядь. У нас кэсили, блядь. Сука. Потом, не, ну ты просто посмотри на кики, может, я сейчас... Вы там регопнитесь, господа, а то что-то это... 3 минуты играть. Они уже... Блядь, ну он может как бы за 3 минуты один... Хотя... Я и говорю, что еще как бы 3 минуты играть. Бладбони у нас. Я смотрю на все и рыдаю. Я через пешку пошел. А было весело, когда я пошел один в семерих флаг отодрал? Флаг оставил нас на респе. А я на респе просто стоял и смотрел. Ты бы видел, блядь, просто одного кикнул, второго кикнул, блядь. 5 ансейблов задренил, блядь, и чекнул нахуй. Ваня, это была какая-то хуйня полная. Все, у них только пошел пиздец. А что ты ноешь, Сережа, блин? Пока ты там въезжаешь в этом сам, меня убивают. Да, я понял. В смысле? Я думаю, что умирают, споткнувшись корягу? Не, опасные звери. Возможно. Блять, если все играют... Искал рогу, нашел Дорида. Просто коряга была большая, вот и все. Блять, у них резче друид ходил в атаку. Зачем? Я не понимаю, что они творили. У нас помимо тебя еще есть 2 хила. Еще. Ну, в атаку-то я одна хожу. Если игра продлится еще 5 минут, то имели и догонит. Суть в том, что у них приходил один рестер друид и 2 дамагера. И вот просто вот этот рестер друид бегал, гонялся за нашим ФК, пока я рогу склонил. В натуре ты имели там нахилил, как наш пал. Фига себе. Ну, как бы паладин все время в дефе был, что вы хотите. А. Потому что я жесткий. Но... Паладин, ему хилить некого было. Как-то странно тоже. Не, за такую катку мне просто ты к ней факт должен отправить Савуха в торте, блядь, мне домой. А что, панк, я выпрыгнул? Выпрыгнул с торта, блядь, в этих, в стрингах и в чулках, блядь. Фига у тебя фетиш. Просто за такую катку, блядь. Чем может все? Да, давай, да, все, закончим. А ты что-то, блядь, время позднее. Это время для мифека, видимо. Для мифека? Я не умею. В смысле, Аньке, там нужно закрыть мифек. Да, а есть 15? 16. А меня никто не бурстанет? Сколько хочешь. О, бурстанет? Если торта выпрыгнешь, тогда бурстану. Точники бурстанешь. У тебя реально странные какие-то фантазии. Ну ты же хочешь, чтобы тебя бурстанули. Я готов. Я готов помочь тебе, дружище. О, господи. Я, пожалуй, обойдусь. Не, ну ты говоришь, что тебя там давно не бурстили, там... Вот так по фастику пройдем, так спать охота. Кто там? Книфек? Я на ДХ пойду. Надо Савуху помочь. Ну идите без меня тогда, Савуху помогите, а потом уж со мной. Ну и давайте идти, кто там, короче. У меня автоприем. Я отошел
био быстренько. Ну я это, я довольно-таки... Чё ты? Я-то думал, что так нимфака дрючит, блядь. А вот у тебя автоприём, блядь. Что, у меня автоприём инвайта. Автоприём, блядь. По крайней мере, кто в батлнете, от них автоприём. Чё, приду. Да, надо было тогда раньше так играть, тоже ж мне с тобой тупо бегать. Там даже, в принципе, хиллер не нужен, если один рога приходит всего лишь. Который один хер все равно умирает? Не-не. Да, автоприём же. Куда? Один хер умирает, это, по-моему, определение того, как я играю в РБГ. Да. Реально, на арене столько не умираю. Серёг, смотрись и расслабься. Просто бежишь рандомно, бах, умер нахуй. Не, я там кайтил, блядь, 10 секунд в иммуне, блядь, скакал там по всему ебану, мой РБГ, ну, у меня хоть бы одна хилка сошла. Знал бы ты, сколько я умираю на РБГ. Совсем пофиг. Серёг, просто совок вот в таком как бы виде хуярит на РБГ. Отправил тебе ссылку. Что это? Опять там, блядь, этих картинок с порнохаба накопировал, блядь. Да если бы, блядь, лучше бы с порнохаба, блядь. Где ты берешь такие картинки? Я в скайпе... На фотоаппарате. Скидывают, блядь, всякую хуйню, блядь, в конфе. Какая странная тебя конфе. Да. А чё, сколько сейчас, там? Вы же без меня сейчас идёте, алё. Тебе не надо? Ну да. Но вы идёте типа, сейчас с собой. Не, ну, инвайт давайте. Сейчас я зайду. Ну, не, мне типа, я могу 3 ключа сходить. Ну, я вот сейчас. Сейчас мы совуху закроем один. И два потом, еще. А потом, ну да. Но потом на дыхасике у меня ключ хуевенький, 14. А 15 это у Анютки есть. У меня 16. Ну вот, а куда? Казематы стражи. А, ну, одни казематы мы. Ой, а мы когда проходили? Сегодня? Сегодня, ну да. Что-то в прошлый раз... А вы, Серёг, сразу, да, пошли? Я просто это... У меня ну, челика дисканула, и все, и, короче, позвонил, Сира... Сира попросил помочь. А... С нами там блядь. Опасный был, блядь. Ну, с нами был опасный шлитан, который танчил с рейнджа. Рейндж... танк. Шли на плюс 3, и потом он решил с рейнджа потанчить. И вайп-фест устроил. Смысл, а моб рейнджовый стоит и хуярит в нас, а он стоит просто на рейнже и просто... А, ну бывает. Он, и потом он написал... А у нас фармак в группе будет? Fuck off, I'm learning the game. А. Хуя себе. Чё, fuck off? Айо, айо. Да. Айо, айо. На Гесал, где на Эцке? Я в игре. В смысле, а чё вы Саву Хань делаете? Без трусов, блядь. Он в торт уже полез, блядь. Он стринги уже одел, уже в торт полез. Ну, у меня типа 14-й, я. Ну, гоу казематы, чё? Но, ну хоть хил дроид. У меня 14-й арковый здесь. Гоу каземат. У вас 15-ка каземат? 16-ка. 16-ка. Ну, 15-ку на следующем КД получим. Да мы же сегодня скрывали шестнашку. Совух, ты дамажишь? Нет. Почему? Ни камней, ни чантов, ни хрена. Это тебе никак не влияет. Бери, короче, смотри, душу леса. И тайфон возьми, сова. Можешь? Могу. И торт. И вот этот, сейчас я тебе быстро скажу. Чулки одеть не забыл. Короче, вот это тебе надо взять, вот это. Это. А все остальное можно оставить. Ну, через АУЕ, короче, да? Да. Этот, ну, типа, сейчас не тиранический, сейчас надо трэш убивать. Ну, и я... когда надо толкнуть, ну, когда мобы умирают, они оставляют под собой лужи, которые хилят других мобов. А по тебе дамажат, если ты встанешь туда. Поэтому тайфун нужен очень. Как
какой-то новый аффикс, я что-то такого не помню. Не, да это самый старый, наверное. Один из. Блять, эти сумки. Лужа оставляет, все, я понял. Да, да, лужа. Так, у меня тут еще как раз есть. Легендарочки. А легендарки у тебя что есть? Что ты можешь надеть? Все, кроме плечей. Ну, из такого хорошего. Сифус и... Друзья. Если есть кольцо душа, там, друида какого-то. Да, кольцо великого есть. Друида. Кольцо вот, есть. Два кольцо и... Что я там сказал? Два кольца, но два легендарки. У меня есть этот, запястье, короче. А, ну запястье, но вот кольцо вот это на талант можешь взять, и запястье хорошее очень люди. Ну, если у тебя сапоги на смену есть. Ну, типа, это хороший легенд, соу. Блять, мне сапоги у меня хуёвые, ну ладно, похер. Ну, такое. Просто, нет, если ты просто кольцо сможешь с талантом надеть, у тебя боссы будут еще на боссах. Ну. Соу, ты же в начале легиона нормально дамажил, что-то. Да он всегда вроде нормально дамажил. Не знаю, что он там опять. Мутит. Крутит. Да вы задрали, я захожу только на РБГ в игру. Почему? Все нет, остальное нет, время. Нет, у меня времени больше. Локалки делай, ничего не знаю. Смотришь опять там. На порнхабе сутками. С емелей? Видео с емелей. Я тут часто видосики заливаю, как я Книфак сейчас работа начнется. Маме там привет свои передать. Раунд. Я думал, ты что-то новое придумаешь, блядь. Шутки про маму, уже никому, блядь. Смотри, там отчим тебя твой уже ждет. Заждался, наверное. Давай там задумайся, как... Книфак, завтра, короче, ты пишешь, короче, днем на бумажке шутки. Новые только, пожалуйста. Что, знаешь, и мы устраиваем батл. Вставляем? А то братан говорит, нет, что нет. Он приходит только и чистый из-за батла. РПГ нахуй не надо, он чистый из-за батла. Да все, не бурчи. Все, успокойся. Да. Ань, забери, у меня своих 20 штук, я не заметил. Это, скажешь, когда будешь запускать, чтобы мы меты нажали? Ну, я могу уже все активировать. Нажимайте. Готовы? Да. Давай. Этот Книфак. Бля, чё мета такая короткая в танке, пиздец, 10 секунд, а у тебя сколько? Какой писюн такой? 30. И там это, ёбочка, не свой. Скажешь, когда откидывать их? Ты можешь сейчас этот поставить соляру. Мужики превратились, сейчас будут дрюкать нас. Да? Угу. Я назад пошел кайть, кто там. Так, я правильно сделал? Да, нормально. Ну, только вот тут. Ну, нормально. Сторону... Нормально. Все заебись, короче. Поставили. Короче, от лужи ты, да? Да, молодец. Все правильно. Главное это, чтобы, ну, для всех этих... Там, да. Можете откинуть? КД. Только не ко мне. КД. Ко мне КД. Вот. КД. Блять, у меня КД на бланке откинуть. Блять. У меня же сайлент есть. Будь здоров. Спасибо. Ребята, я пожалуйста, савух. Че она на меня побежала? Ну, потому что она триггерится, когда кто-то по это. Я же вон тут стою. Ну, она триггерится, когда кто-то спускается с лестницы. Вот именно с лестницы спускаться начинаешь, все триггерит. Я на последней ступенечке еще не спустилась, из стерва. А Пал, это что было, рандом какой-то? Нет, он с нами вчера играл. Это приз, да? Походу. Да, но по-моему он вроде нормально меня кидал. Да? Ну,
плане, когда вот эту последнюю он же нормально. Сразу же отдавался вообще с первой секунды, блин. Ну, молча. Я не знаю, кто там. Я бы, блядь, вообще не играл на этом говне, блядь. Зато не наебал то, что Глад. Он у него брат был гладиатор. Какой? Восьмой. Восьмой сезон. А. Бродфул. Бродфул? Это самый охуенный змей. Ну, согласен, мне тоже пиздец как нравится. Ну, Кристиан определенно был лучше. Ну, не знаю, не знаю. А как они тогда разъебали-то в этом? 2600, пацаны, которые... Они же там вроде мустанга или кого они выебали? Паладина не нашли. А, не паладина, а приставы выебали. Секунды за 3, наверное, 4. Я просто нажал, короче, две кнопки, смотрю, он живой. Блять, хули он, сука, тэпается, мрать, блядь. Я хуй знает, но с этому Ксоту я не мог Вим сбить, блядь. Присту. Это Ксот был? Да, да. Да, это Ксот был. Он РБГ всегда хилит. А, тут еще этот дебаф неприятный. Да. Как ни странно. На шипе он тут дамажит, пиздец. Но шипе на РБГ норм, но он всегда хилом играет на РБГ. Сейчас дайте мне эту шнягу прохилить, блин. Не доверяет этим рандомным хилам. У Сереги 5 стаков. Ну он вообще не пробивался, типа. Тебе пить надо, Аня? Да, ну все, можешь пулить. Подожди. А, там эти еще нет. Ой, мы не согрим? Согрим все. Для тебя сову, чтоб ты дамажил. Да я не успею, у меня энергии нету. Подождите. Блять, где он что-то там ходит? Пуля этих двух пока не дошли. Спасибо, капитан. Как бы мы без вас, блять. Вообще-то адмирал. Да, адмирал ясен хуй. Да, а ты челядь просто. Молчал бы. Молчи, плебей. Кто там самый низкий по рангу, блять? Который толканы там драет в армии. Ты? Ты... Дух. Дух, вот, ты будешь черпак, нахуй. Или дуршлаг, нахуй. Дуршлаг, блядь. Потому что дырявый. Блин, вот мне не нравится то, что... Чё бы не сказал, Пушек всегда шарит. Почему дуршлаг? Это прям для Книфека, знаешь, так, Книфек не понял, но Фушек сразу такой, блядь, почему друшлаг? Ага, дырявый, значит, друшлаг. Не потому что Книфек дырявый, а потому что друшлаг дырявый. Это прям, как из ролика, признать, что место бабл плиты. Всех. Чё признать? Про друшлаг. Сразу видно, кто у плиты стоит. Ну да. Емеля повариха тупо. Для всей семьи там хуярит кашу гречневую. Потому что сам живу, поэтому и готовлю себе. Да, да, с сестрой ты там живешь на хлебе. Ну, ты думаешь, она там часто готовит, блядь, если что? Да шарайками, что ли, питается? Ну, она готовит иногда, но... Серега, следующий касс кикнешь? Ну, который? Вес 100. Окей. Савух? Да. Кикнул. Ты готов? К чему? Побеждать босса? Ой, я постоянно на этом боссе умираю. Ну да ты не умирай. Давай, Солушок, показывай. Что ты это? Ебать, нихуя Солух как мон почти дамажит, охуеть. 3, 2, 1. Барабан есть? Да. Блядь. Дайте пис. А то это... Я сирота, и меня нет. На этом дыха. Или есть? Нормальные пацаны вчера без барабана убивали этого босса. Плюс 100. Ну, я, кстати, вообще жестко. А плюс 2. Ой, блядь, сейчас бы в пятнашку, блядь, прийти в 960-м шмаке и что-то рассказывать. В каком 960-м? Я ни на одном персонаже нет 960. Только новый. Да, да. Что пацаны делали? Убивали всех. Пацан сказал, что там стейков поел. Да? Какой пожарки? Супер сильный.
С уголечкой? Уголечек. А, неплохо. Когда не забыла, тогда и сняла. Такая прожарка получилась. Это так называется? Да. Серега, тебя с угольками накормили? Да. Капец. Ну, хотя бы стейк, блин. Ну да, так. Ой, ну что ты? Я вас всегда на этом моменте умираю. Ань, можешь сейчас снять? Просто с собой хат влекли, я считаю. Это как в фильмах, я всегда плачу. Почему? Савушок, давай это. Вот так убьём. За бар тратить. Давай еще один же. А, нет, три не сходи. А чё? Собьётиков? Ага, то далеко. Бля, пиздец. Блин, а сколько? Ну, сейчас, погодите, не пульте, погодите. Тебе надо пить, Ань? Да. Блять, ну мне не нравится, сколько дыхать или, блять, ну танк. Вообще какой-то, или я не знаю, кнопки не так сильно. Тебя я спрашивал. Ну, блять, я хочу хилиться сам. Я не умею на дыхать. А ты на что рагу-то сливаешь? Ну, на хил. Уешечку? Нет, на бомбы, ну, типа, чтобы захилиться. А, блять. Так там либо бомба, либо захил вроде, нет? Не совсем. Бомба тоже хилит и дамажит еще. Ну, она же еще как-то покончена на хиле, вроде. Ну да, но. Там типа бомбу вешаешь и трещиной херачишь. Ой, какой-то дыхотанк непонятный на меня. Ну, мне нравится. Да? Мне ДК кажется конченым. Именно, я не знаю, я вот ДК хочу попробовать в этом аддоне, я же его так не это, ну, что-то я там ничего не танчу. Серег, ты в этой, прям в боссе бьешься. Не, на тебе вот зеленый дебаф, это если ты в боссе стоишь. За Сережу проиграем. Нет, я смотрю, чтоб Серега не умер. Не, просто там эти стаки шестакают. Бля, а это кто подпулил? Всем плохо. Не знаю. Савух? Возможно, я. Я тут пытаюсь себе место найти, не стоит. Да? В этой жизни. Пригнездиться, что ли? В тортик же. Конечно. Подожди, там моба надо убить. Вот этого вот, там в комбате. Тортик это само собой. Ааа! Тортик. Блять. Только не вставай, только не вставай, только не вставай, сдох. Или кто там? Кто там вздыхает? Я думал, это совух, блядь, отъехал. Куда? Куда отъехал? Ну, я стою думал... сверху, жду. А я думал, совух, короче, спрыгнул. Блядь. Чё-то тебе там мерещится. Эти наркоманы, бля. Сука. Совух, не прыгай. Три, два, один, го. Тут буду лежать. Так, а чё тринкетки делает танк? Я так не прочитал. Нихуя себе. Мамбать. Блять, а чё нажать на ДХ? О, влево. Если хотите, я за шнягу могу с кого-нибудь дестроить. Таунт нажми, блять. Да не, тут Глеб... Серёга, а ты в ДД чем это делаешь? Ну... Кик. Кик? Не, киком понятно. Киком. Ну типа просто кик он вот сейчас нужен будет. Да, можно будет дэнс нажать. Не, он. Ну я Глефу нажал, она типа не это. Или ты с меня не диспелила? Нет. Эту бы обилку на арене. Короче, сделал, знаешь, вот сделали бы, стоит моб на арене и в углу кастует вот эту хуйню на всех. Просто на всех, на две команды. И следующую... Бля. Мне стан дали. И следующую... Я думаю, да. Да. И следующую обилку пиздит. Вот Эвил бы точно... Да кто его выбивает, блин? Я же ему клетку дал. Там АУЕ, совы, Старфол бы стал. Да, тут я Старфол ставлю. Не надо стоять? Ну, ладно, надо моба добить. Ну, типа того, моба не выбивай с клетки, а то он нас... Просто его убивать такое, у нас ДК нет, что-то гритать. Я дам все так...
Или Емель, а ты сможешь этого ближайшего? Нет. Да не, ну ладно. Да, подожди, вот тузака, ладно. Блин, там достала дотка. Домой готова. Это что за ебатня сейчас происходит? Да, блядь. Сейчас подфиксим. Они не сапаются, что ли, Волк? Да ебаный ты в рот. Какая-то странная вся хуйня происходит. Ага. Пишем все на Савуха. Савуха все виноват. Да блять. Неприятный босс. Я чуть не пойму, я тринкет не надел? Хули он не юзается, блядь, я его миллиард раз юзал. Угу. Здесь нажимаю, блядь. А, понятно. Ничего. Да бинт не тот, блядь. Жму и, блядь, думаю, что-то нахуй не нажимается, лол. Там собаки одной сбейте, Емель. Можешь вот этой собаки? Нет. Давай, сейчас, ну, я типа другой сбил. Давай я не могу уже. Ой, блядь. Иди спать, что охота, блядь. Савух намекает, что он тоже не против бы поспать. Угу. Три, два, один, ого. Сейчас, Савух, главное тебе не обделаться. А то тут всех дамажит с этого говна. Там вообще... А, Ань, поверни. Да блин, я хилю. А. Рез нужен. А нету. Все, вы. Пробьем. Как? Ой. Да? Как? Давай попробуем. Жопой. Провел. А я не убью, типа. Такое. Не, Серега скидывал, помню, видос. Где вон Hunter Tank соло плюс 15 проходил. Блять, а ты смотрел, какой шмот у нее, блять. Ага. Это еще и она, ага. Оказывается. Да, это бабище, блять. Играет на дехабле. Причем она дрочит эти инсты. Посмотри, сколько она, блять. Ну, типа, она весь легион играет, типа, чисто вот, ну. На том, что соло контент осваивает. То есть ты намекаешь, что больше дрочит, то ты проходит, да? Ну, конечно. Ну а как? Ты же за этот анонист со стажем, что ты не можешь пройти, что ли? Раунд 2. Мамаш, привет, еще раз передай. Поехали.
додик ДЦП, блядь. Ты просто додик ДЦП. А ты чего, Кнефай? Бесишь меня, блядь? Я не знаю, блядь, мне проще стримы Синода, блядь, смотреть, чем тебя слушать, блядь. А чё, стрим Синода тебя не расстраивает? Ты имеешь что-то против лысых или что? Против лысых алкашей? Блядь, еще ничего не трогает, 20 минут только. Так. Так, Савух, зачем ты трогаешь? Воу, она нормально была поставлена? А, сори. Понятно, кто заруинил ту катку? Нет, ты не я заруинил. Да. Да, ты. Я спалил. То смотри мне в глаз, то под ноги, блин, еще советую тут куда смотреть. Смотрите, совуху в шоколадный глаз, а. Блин, не отвлекайте потом меня. Потом еще что-то против Синода, блядь. Что-то человек пидорас, блядь. Я даже все равно заткнуться, что смотреть. Ужас. За подощение душки. О, эта хуйня тоже хилит, что ли? А. Понятно. Я хоть обилку прочитал, что делает. Пить надо? Да я уж пью, я уже попила. Ань, ты нажмешь эту хуйню? Да. 3, 2, 1, гол. Сразу нажимать, как это? Да, делает. Да, конечно, сразу. И барабан еще можно взять. Бел уже под эту хуйню только. Он... Белла хватает, он еще потом висит. Ну сейчас он заморозится, я ожидаю. Можно уже нажимать, он типа висеть будет. Там каст это 20 секунд ровно. А сферу активируешь и такое. Савуха лаги что-то на стакай. Савуха, ты с лучом играешь? Нет. А что он сейчас дамажит? Я не знаю. Какой луч еще, блядь? Что за луч? Там в талантах. Смерть. На воины луны, что ли? Что за луч? Ну, там, блядь, херня, блядь. Талант. А, так эту хуйню никто не берет уже. Ее там при патче брали посмотреть, но она не появилась в себе. Я одну питаю. Стоять был проще. Он сейчас ебанет. Бьете этого чувачка? Нет, босса бей. Блин, ну ты когда спросил, там у босса процент, может, 10-15 было. Ну, такое. Саук, ну ты чего? Ты совсем пожилой стал. Да твой ровесник. Там за щекан пишет, что Эвил пошел с аквахоли качать байера, блин. Я отказался с ним идти нахуй, потому что, блядь, у меня косарь так и не вернул. Ну чё, Эмиль, на экзалт пошёл. Ну да, он репутацию вот докачивает уже, походу. С фракцией петухов. Сука, я не могу, блядь. Петухов. Блин, есть сова? Я решифтом снимаю эту дрочь. Как вы снимаете свою дрочь? Решифтом. Решифтом на камеру, блядь. Чё ж он так больно, блядь, бьёт, а? Блядь, просто пичка, блядь, 25%. Он чё, охуел, блядь? Это причем в шипы 25.
походу без шипов вообще, блядь, поуебало отрывает. Блять, ебаный какой-то ДХ-танк, не знаю. Ой. Попробуй сауха-танк. Дроид-танк тоже хуйта полная. Не знаю, я вот дроидом бы хилом или совой только ДК играл. ДК, наверное, самые упашные танки, да? Я бы ДК лучше играл. Честно. Ну, ДК, блять, он пизду не одет, и, блять, заниматься это пизду. Насколько не смотрел эти мифик соревнования, там одни ДКшки танчат. ДКшки холи-пали. Ну там холи-палы как бы дамажат, блять, пула, как полноценный дамагер до сих пор. Их хоть и порезали, но они все равно им... Я тоже смотрел последний MDI. Вот этот. Только без русских комментаторов. Мы если что, прыгать не будем, мы направо пойдем. Да что-то там все в люзях будет. А куда они так далеко-то, блядь, пошли, лол? К совуху домой. А чё мы не будем? Почему не будем? Нафиг. Не, ну, Холли опасный зверь, блядь. Опаснее, чем ты? Чё, блядь? Почему ты опасными зверями их называешь? Ну, они самые опасные, блядь. А, джёцкие, что ли? Ну да. Так, артефакты что делают, блядь? Хочу читать, пока надо судить. Пожёстче Кокули, только, наверное, мифка. Или Digital молодости. А Jimmy G? А Jimmy G это вот уже как уровень какой-то. Бля, это дура не хочет идти. О. Савух, возьми фонарик. Что с ним делать? Да. Освещай наш путь. Под одеялком посвети себе. Там и так светло. Поставьте, вот тут поставьте, вот. Серёж, не иди. Фосфором намазал. Светло. Бедный Эвил. Ему еще месяц будет выплачивать его там 500 рублей эти, блядь. Ой, блядь. 100 репу докачает. Савух, толкни куда-нибудь. Толкни, к нефаку. Протолкни. По правой стеночке идите, по правой. Чтоб не заметили. Да. Мы сейчас до конца идем. Ну офига мы мощные, уже всех убили. Да. Мишка и Фейбер сказал, что мы идем до конца. Лучше эту дух отмщения убейте. Потому что она вообще никак не ходит. Ну, блин, женщина меня тащит куда-то. Не фэка не тащит. Ну, она идти, блядь, будет, сука. Вот, да. Проходи дальше. Ой, тупая, блядь. Ну, не толкается. Да похуй, дем запускай там, дотыкаем. Она не заявилась. Ну, она в луже стоит, короче. Мы можем спрыгнуть, она уже стоит. Того скинь. Я. Трусы. Потом придет вместе с боссом заведешь. Сразу пулю по активации. Го. Я просто не помню. Аккуратно. Фонарь, да. Там. Опа. Говняшка сейчас вылетит. Где она, блядь? Хитро. Я, по-моему, сама вышла, мы ее спалили.
Я не понял, почему она сейчас откинула, а тогда не откинула. Бля. О, ты чешо. О, сейчас. Идите на край. Идите на край. Проходите, проходите. Либо проходите, либо рип. Айфон, я за тобой бегаю. Там с краю прям будет. Пошли. Здесь прям на краю будет. Все. Боже, мы сильные. Жесткие. Нужен будет Адус. Надо Адус стан дать. И хуйню не ловить сова. Какую? Вот эту? Ну, какую? Вот которая зеленый чакрам летит, я не знаю. Постараюсь. Лето. О, баба. Постарался? Это не я. Попу трех. Да. Босса дамаж, что ли? Сложный ключ. Тупо Емеля захерил сову. Нужен кому-то лед 40-й? Нормально. Какой это пальчик. Ж кольцов Книфека. Да. Не, я кольца не выдаю вообще. Это не ко мне. О, совух нужна тебе шапка? Какая? Мне нужна. Чё, лёд не надо? Да. Вот мне шапка нужна. Кек. Блин, мне да. Получше. Кек. Если... Кек. Если нужна, забирай. Не, забирай. Я всё равно на этом духа играть не буду. А этот нужна? О, перчатки нужны кому-нибудь? Чё за перчаточки? 40-е. У меня 35-е. Да, наверное, давай. Давай. Спасибочки, Оля. Спасибо. Ты шапку-то дай. А, тебе? Да. Ты уже там супер одетый. Вот этот четвертый дых. Накачают этих Демон Кингов. Это же самый бомжатский. Просто миллиард Демон Кингов. Бля, похавать что ли пойти, блядь. В смысле? Я думал, ты... Чё? Пять мечиков? Да в смысле, поесть-то надо что-то, ща погоди. Давай, бед. Хотя бы чайник пойду включу, нет. Хуя. Чтобы было, да. Три шмотки 25-х чтоб, осталось. Чтоб что-то, блядь. Так, чешо. Мне зайдет на ебаный бока. Ну что, тебе сок понравилось, РБГ сегодня? Да нормально. Видишь. Стоило возвращаться. Да нет, РПГ прикольно играть, мне нравится. А когда будет тройка Сава ДХ? ОПС этап же. Братан. О, да. Чё да? Тройка когда будет? Сейчас. А, сейчас давай. Будет сон. Такой глубокий. Это сон? Нет, не Эдисон. Сон. Эдисон там шведа себе нашел. Папика. Какого папика? Папика, он видите-ка нашел папика, блять. Не знаю, он рассказывал там какой-то швед теперь платит. Швед? Ну, платит швед? Да. Ему Юнитик не платит, но это швед платит. Блять, Юнитик так его просто дрючит. Блядь. Да, походу. А чё ты не спросил её, почему он некоторым на халяву, а шведам за бабки? Не знаю. Типа, я не шлюх, но шведа бабки возьму, да? Ну, похоже. Похоже на то. Что, может, гоу двойку поставим?
Или что, или... Или Нифек. Не, ну там к Нифек отошел. Я готов еще сходить в Мифек. Вы на Аргусе-то пернатого будете.